эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 12 июля 2016 года. Вторник по одному из старинных, 11-й день месяца получения даров природы, 7524-го лета, четверик. Мы начинаем живой эфир, который будет называться так: «Суть целостного самосовершенствования. Путь мага и волхва. В чем разница?» Главный соведущий Дмитрий Лапшинов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Тему, которую ты предложил, а именно так она звучит, довольно такая сложная, неоднозначная. Здесь у нас и путь целостного самосовершенствования, то есть здесь два слова ключевые: целостное и самосовершенство. Не просто так самосовершенствоваться, а именно с точки зрения... Наверное. И плюс еще путь мага и волхва. Тут надо определить, кто такой маг, кто такой волхв, и потом уже начать разбираться, в чем же их пути и в чем разница. Вот давай с чего-то начнем, наверное, с целостного и самосовершенствования. Да, да, совершенно верно. Первое – путь целостного самосовершенствования. Вообще, если укореняться в воззрение предков – в слово так называемый целитель, это совершенно не то, что сегодня этому выражению придают значение сегодня. Сегодня под целителем понимают как человек, который взял, нас излечил, нас исцелил и сделал за нас какую-то работу. Целитель уже в своем слове носит саму суть цельности. Целитель в первую очередь тот, кто обладает сам цельностью и учит человека быть цельным. То есть не делает за человека какое-то дело, то есть человек приболел, заболел, либо там самосовершенствуется. Так, целитель не тот, кто вместо того будет самосовершенствоваться, либо что-то отрабатывать, либо целить болячки, а он дает механизмы, инструменты, чтобы человек сам взял себя, выздоровел, излечил, либо достиг какой-то вершины. То есть цельность, самостоятельность, самодостаточность, автономность – это, по сути, схожие образы, смыслы. И вот цельность и самосовершенствование в данном случае. Можно самосовершенствоваться самому. То есть взять определенную комбинацию практик и не сидеть у кого-то на плечах и ждать, пока нас там куда-то вытянут, в город затащат, либо до какого-то результата, а двигаться самостоятельно своими ногами. То есть сам самосовершенствует, сам эволюционирует, сам развивается, то есть самосовершенствование, совершенствование самостоятельное. Вот отсюда, в принципе, и слово «самосовершенствование». Угу. То есть, получается, целитель все-таки это не тот, который тебе: на тебе таблеточку, на тебе пилюлечку, гуляйте, до следующего раза ко мне приходите. А это тот, который именно делает человека цельного, цельного во всех смыслах этого слова, и при этом сам является цельной, полноценной личностью. Вот в этом случае только тогда он может являться целителем, а не тот, который, как современные врачи, вешают людей на свою зависимость, чтобы от них зависели. Получается так. Да, совершенно верно. И тут еще один такой нюанс. Самосовершенствование, да, это когда человек сам себя самосовершенствуется. И вот еще раз теперь подчеркнуть суть цельности. Цельность – это когда мы обладаем качеством цельности и учим человека приобрести качество цельности. И вот что это за качество цельности? Если самое просто матрешку нашу расписывать – тело, душа и дух. Вот абсолютное развитие тела, души и духа между собой на уровне тела. Тело без болезней, чистота на уровне души, безусловность, состояние, безусловное, ну, в сегодняшней терминологии, наверное, самое близко похоже будет совести, это безусловная любовь, наверное. А на уровне духа – это чистый разум, чистое сознание. И вот все вместе связано именно в чистоте тела, чистоты души и чистоты духа. Вот это все цельности. Такой человек учит стать другого человека цельностью. И вот цельное обучение – это когда человек еще помимо этого садятся вместе, и на этом уровне цельности им даже говорить друг о другом не надо. Человек передает образы, информацию,
телепатически то, что сегодня языком бы мы выразили. Вот так, кстати, язык передачи информации. Сегодня мы имеем три уровня. Первый — язык речи, то есть говорим АБВГД, ВГД, либо еще какие-то звуки из себя выдаем. Второй — язык души. Это когда человеку уже и говорить не надо, два человека рядом находятся, им приятно друг с другом, мы хорошо друг друга, и они понимают друг друга, то, что называется полуслово. Обычно человек этим языком общается с животными. И третий — язык духа, это уже язык образов, язык подсознания, то есть то, что мы называем телепатия. И вот цельный человек, совершенный человек, то есть приобретя цельность тела, души и духа, способен передавать образы телепатически и обучать, соответственно, уже на более высоком уровне, нежели целитель, которого мы имеем в виду сегодня. Во-первых, речью, самым последним звеном в цепи передачи информации, а во-вторых, еще и сам пытается за что-то делать. Тем самым, да, мы вроде бы с одной стороны помогли человеку, излечили его, но с другой стороны мы не научили его быть самостоятельным, и мы, наоборот, его расслабили. И он, расслабившись, потом второй раз опять придет к такому же препятствию. И хорошо, ко второй части переходим. Путь мага и волхва, в чем их разница? Итак, путь мага и волхва. Кто такой маг, кто такой волх? Название, по сути, маг и волх, это уже более современные, сегодняшние. Все зависит от ихнего мировосприятия, мировоззрения. И тех инструментов, которые они берут и используют на своем пути самосовершенствования. И вот, в принципе, Вселенная, она по принципу, то, что называют 6-9. «Отдай миру лучшее, что есть у тебя, и мир отдаст лучшее, что есть у него». И вот путь мага – это прогибать пространство под себя. То есть то, что мы, то, о чем мы думаем, то мы и чувствуем. То, что мы чувствуем, то мы излучаем, а то, что мы излучаем, мы получаем обратно. И вот корни внутри нас, все синхронистичности событий, которые происходят, и куются вокруг нас. И вот маг, он порождает одни вибрации, получает одни события, но они ему не нравятся, и он их хочет поменять. К примеру, ему недостаточно каких-то условий, он применяет руны, либо арканы, либо какой-то обряд, чтобы изменить события, либо энергетические, либо событийные, либо материальные, разницы нету. То есть человек для того, чтобы что-то получить в пространстве вокруг себя, применяет внешний инструмент, руны, арканы, обряды, требы и так далее, слова силы. Путь волхва – это влиять на пространство не снаружи, а изнутри, то есть из себя. По сути, для волха характерно выражение: нечего смотреть, допустим, в зеркало, и не нравится отражение в зеркале. И вот нечего, так сказать, как же ты там в прошлый раз говорил, ругаться на зеркало, если лицом не вышел. Зеркало это... не виновато, коли рожа кривовато. Нечего на зеркало пенять, да? Да-да-да. И вот волх – это тот, кто не прогибает пространство под себя, а тот, кто меняет себя изнутри. Как уже говорилось, первое, то, в каком состоянии мы находимся, то мы и думаем. То, о чем мы думаем, то мы чувствуем. То, что мы чувствуем, мы излучаем, а то, что излучаем, получаем обратно. И вот волх, он – это путь самосовершенствования, когда человек работает с корнями, то есть со своим сознанием. Понимая вибрации сознания, растворяя внутренний диалог, входя в чисто поле, чистое сознание, то, что тибетцы называют чистая земля, либо трикчо ихним языком. И уже с этого чистого восприятия, понимая причинно-следственную связь не умом, а душой, он уже сам видит и формирует события. То есть путь мага – это действие извне и от ума, а путь волхва – это действие изнутри и от души, и от духа, то есть через сознание изнутри. Угу. Ну вот, разобрались с основными терминами, теперь можно, наверное, и эти расшифровывать. Хотя, в принципе, вот все, что ты рассказал, можно сказать. Ну что ж, друзья мои, вот передача наша раскрыла все темы. Давайте уже будем прощаться, благодарим вас за участие и так далее. Но мне хочется все-таки побыть с хорошим человеком поближе. Как ты говорил, второй метод, да, второй путь общения, когда сидят, ну,
Просто такси – это хорошо. Вот я думаю, что нашим радиослушателям с нами и с тобой, в частности, хорошо. И мы побольше немножечко посидим. Если, конечно, ты до следующей пятницы совершенно свободен, как говорил Пятачок. Да-да-да. Так, ну что ж, значит, понятно, что маг – это тот, который может быть чем-то недоволен, но обладает некой силой, и он пытается под себя что-либо подстраивать. А волхв, на твой взгляд, это тот человек, который ну, не может быть чем-то недоволен, потому что он часть этого мира, он понимает, что каков мир, такой он, какой он, таков и мир. И поэтому, если он хочет что-либо изменить в лучшую сторону, начинает менять себя. И вот как раз вот свои ощущения он переводит в те вибрации, которые дают этому миру, и через это мир меняется. В общем-то, понятная взаимосвязь, которая уже в многих трактатах ведических изложена. И вот как раз я так чувствую, наш сегодняшний эфир этому, в общем-то, и будет посвящен. А вот теперь давай коснемся того. Кстати, тут вопросы к нам поступают. Напоминайте, что будут еще вопросы. И наши радиослушатели напоминают, что вопросы мы принимаем в чате Народного славянского радио. Народное славянское радио так и пишите в любом поисковике. Попадайте на сайт slavomir.org. Там ищите слово «чат». И после этого, если вы еще не зарегистрированы, логин, пароль себе придумываете, указываете e-mail, куда будут приходить сообщения, такие регистрационные. Ну, в принципе, все, можете уже заходить и пользоваться. Если же один раз регистрировались, то пока у нас старый сайт работает, чат не изменен, регистрироваться заново не надо. Итак, вот понятно, что здравомыслящий любой человек после сказанных тобой слов прекрасно понимает, что если ты будешь чисто мыслить, если ты не будешь думать плохо, если ты не будешь кому-то желать зла, не будешь от этого мира хотеть, как это, помнишь, это морозка «хочу», да? Вот, то в этом случае мир будет откликаться и будет тебе давать все, что тебе необходимо для этой жизни. Вот теперь вопрос, а как чисто научить себя мыслить? Вот как сделать так, чтобы мысли твои были чистыми, чтобы ты понимал, что у тебя все уже есть от рождения, что ты наследник богов, а боги тебя не могли чем-то обделить, и все, что у тебя есть, ты этого заслуживаешь, и надо просто это уметь пользоваться. Вот давай, чистота мыслей, как ее достичь, как себя надрессировать, как себя заставить правильно и чисто мыслить позитивно? Первое правило спаса, с чего надо начинать, вхождение в стан – первое – это перестать себе врать, так называемое первое правило. Очень возможно и реально возможно одно из для кого-то сложных и непростых задач, но действительно это так и есть. Мы порой себя либо недооцениваем, либо переоцениваем. И вот первое правило – это перестать себе врать. Второе – это осознавать свое величие и в то же время не возгордиться. То есть, есть такое выражение: имея воззрение, как у Бога, но веди себя как человека. То есть, не врать самому себе, это на корню начнет отталкивать и разгонять помыслы, чтобы не врать другим и так далее. Осознавать свое величие, то есть единение с родом, с духом, и осознавать хотя бы логически, что мы продолжение, одной ногой мы продолжение рода, духа, а другой ногой мы сами и являемся. И то, что вокруг нас, это наши учителя и тренажеры. В своих друзьях мы видим свои преимущества, в своих врагах мы видим свои недостатки. И вот имея два таких воззрения, не врать себе и иметь осознанность своего величия, в то же время не возгордиться. Первое, это на уровне логики начнет фильтровать нашу психику, а та уже формировать наше воззрение дальше. И на второй стадии, второй более высокий уровень, это мы вот разобрали два процесса, логический и теперь интуитивный. Есть специальные техники, которые поднимают вибрации и разгоняют внутренний диалог. Они делятся на мягкие и грубые. Мягкие – это когда человек ясностью своего внимания занимается методиками держания внимания, концентрации, созерцания. Длительное промежутка времени, чтобы покорить ум и перейти в состояние разум, остановив внутренний диалог. Это мягкие формы. Грубые формы – это когда мы создаем более сильные усилия, то есть занимаясь дыхательными практиками, так как дыхание влияет на сознание, а сознание влияет на дыхание. И вот точно так же, как остановив физическое дыхание, становится внутренний диалог – и выйдет разум на поверхность. И наоборот, остановив внутренний диалог, подняв разум, остановится физическое дыхание. И вот путь через сознание – это мягкая форма, путь через дыхание – грубая форма. И это уже все
относится ко второй стадии. Первая стадия, напоминаю, чтобы не запутать слушателей. Первая стадия – это логический путь, то есть не врать себе и осознавать свое могущество, не возгордившись. И вторая стадия – это интуитивный, занимаясь внутренней алхимией, то есть внутренними практиками. Либо держание внимания, мягкая форма, либо дыхательные практики специальные, к примеру, дыхание полоза, дыхание змеи. Это грубая форма через усилия. Это вот прямые методики, как покорить свой ум и войти в состояние разума. Но ведь это не означает то, что покоривший ум, человек сразу начнет позитивно мыслить. Ведь многие покоряют свой ум не для того, чтобы быть добрыми, красивыми и пушистыми. Многие покоряют свой ум для того, чтобы самосовершенствоваться с точки зрения захвата всего мира, порабощения всего мира, то есть возвеличиться над этим миром. Ведь такие моменты тоже известны в истории. А здесь у Вселенной такая защита человека. Возникают, питают те мысли, частоте вибрации, которой он соответствует. Чем ниже частота вибрации, тем более низменные ценности у человека там плодиться, размножаться, совокупляться. Поднимает вибрации, это, допустим, зона огня, переводит огонь, вода, медные трубы. Поднимает вибрации, зона воды, он уже заботится о семье, быте, о своем физическом роде. Потом зона медных труб, появляются способности, и есть возможность прельститься, предъявиться им, дивье тело раскачали. И поднимая вибрации выше, это все растворяется. То есть человека посещают те мысли, частоте вибрации, которым он соответствует. А занимаясь сознанием, мы повышаем как раз частоту вибрации. И на высоких частотах вибрации человек не совершит действия от грязного ума, так называемого. Если он качает силу не через, так сказать, не через сознание, а через энергетические практики, тогда да, и он вибрации не поднял, силу накопил, и оставшись на тех же самых вибрациях ума, будет точно так же своим поведением двигаться, только уже с силой, и, возможно, как раз перейдет в путь мага и так далее. А тут повышаешь вибрации, меняется воззрение в более глубокую сторону. Вот, наверное, чтобы не было искушений у наших радиослушателей, надо, наверное, расшифровать, а в чем же преимущество, в чем выгода становиться на светлую сторону и двигаться с точки зрения самосовершенствования, а не демонического пути развития, то есть не покорять этот мир, не превращать себя в некого Наполеона, который якобы благородной цели, имея, уничтожает все вокруг, что встает на его пути, покоряет через кровь, через насилие, а двигается по пути самосовершенствования каким-то светлым идеалам, светлым мыслям и так далее. Вот давай здесь покажем те плюсы, которые ожидают человека в том случае, если все-таки он становится на светлый путь развития. И вот, да, хорошее, кстати, направление вопроса. Принцип Вселенной 6.9, то есть «отдай миру лучшее, что есть у тебя, и отдай миру отдаст лучшее, что есть у него». И наоборот, зеркально 9.6, «отними у мира лучшее, что сможешь, а миру отнимет у тебя лучшее, что сможет он». И, соответственно, он отнимет гораздо больше, так как он в потенциале на 9, а сущность человека в потенциале на 6. И вот путь волхва, который борется и силой ума, и имея силу энергетическую, к примеру, я ума начинает подгибать пространство под себя. Я обычно сравниваю это как пружина. Человек прогибает пространство, вроде все правильно получается, но пружина Вселенной сжимается, но все равно в этом воплощении, либо в следующем воплощении она отдаст ему обраткой и сломает его. То есть сколько ни прогибая пространство под себя, она просто, кажется, прогибается, но на самом деле мы прогибаем как пружину, потом она выстрелит обратно. А путь волхва же – это стать со всей Вселенной, с ней в гармонию, слиться, приобретая качествами, соответственно, Вселенной. Ну, то есть, опять же, получается, что если человек себя возомнил неким Наполеоном, который
что-то хочет изменить, стать императором и построить идеальное какое-то общество, то это насильственный путь, это как раз демонический, и он всего лишь навсего прогибает этот мир, и мир в конечном итоге поступает с этим Наполеоном так, как всегда и поступало во все случаи. То же самое, наверное, и все революционные вот эти способы решения проблем, да, когда человек пытается быстро, радикально все изменить, но в конечном итоге революция пожирает своих детей, как известно. Вот это из этой же серии. А Волф тот, который вот пользуется всем, что у него есть. Но все-таки надо, мне кажется, как-то еще подобрать какие-то примеры. Понятно, что пружина, понятно, что не очень хорошо, но можно попытаться какие-то еще примеры привести для того, чтобы даже самому-самому не очень далекому Наполеону все-таки захотелось перестать быть Наполеоном и стать каким-то более прогрессивным человеком. Вот что ты можешь еще придумать? Но обычно, когда человек прогибает пространство под себя, Вселенная – это весы, знак равновесия. То есть у нас явный план физический и навный, тонкий, материальный. И вот они стремятся друг друга уравновешивать. Если мы чему-то не соответствуем здесь, прогибаем пространство, то другая сторона зазеркалья, она здесь в яве, мы, грубо говоря, поднимаемся, то в наве мы опускаемся. Так как Вселенная – весы, гармония, правь, то есть равновесие. И вот поднимаясь на физическом плане, не соответствуя истине, этой частоте вибраций, а мы берем и поднимаемся несоответствующему, то тонкий план понижается наш. А тонкий план понижается – это что значит? Это удар по нашему подсознанию. А наше подсознание – это наши родственники, близкие. После этого наши синхронические события начнут нарушаться. После этого нарушается наша пренатальная духовная энергия. То есть это самое страшное, самое опасное, когда человек, даже потеряв физическое тело, он ограничивается в своих перевоплощениях. Ну, обычно человек обычно здесь говорит, ну, а я там поиграю в путь мага, поиграю, попрогибаю, а потом в последний момент начну там, позанимаюсь сознанием и расширюсь. И здесь другой момент. Когда человек чем активнее и дольше прогибает пространство под себя, тем рассеяннее сознание становится, то есть тем ниже вибрации. И с этой точки низких вибраций он уже не осилит более сложные медитативные практики. То есть потеряв пренатальную энергию, то есть, которая тратится в момент компенсации прогибания пространства. И вот потеряв эту пренатальную энергию, человек просто не осилит сильные медитативные практики, тогда он войдет в две крайности. Первая крайность – возбуждение, то есть активный внутренний диалог, не позволяющий сосредоточению. А вторая крайность – прострация, тогда человек просто-напросто засыпает. Многие практики, тут люди не то что в практиках засыпают, многие просто сидят на лекциях и начинают клевать, сознание слабое, засыпать. А если еще и без пренатальной энергии, то и вообще и практики не осилят. Знаешь, что часто люди говорят, которым пытаешься рассказать вот примерно об этом? Они говорят, да ладно, что ты мне рассказываешь? Наша жизнь короткая, надо успеть от жизни взять все. Тут сколько таких примеров? Сидел чувак там под каким-то деревом, кушал птичьи какашки. Ну там, да, пробудился, ну и что, все равно же помер. Ничего он в этом мире не достиг, ничего он не увидел, семьи как таковой не сделал там, и, ну, и так далее и тому подобное. Вот как с такими людьми в этом случае? Случае ты разговариваешь, если человек утверждает, что он должен взять от жизни все и помереть, грубо говоря, молодым? Здесь два ответа у меня. Первый ответ. Можно прожить все хорошо, но как трехлявое дерево, а можно прожить как сочное дерево в пике развития. Но и то, и другое, и этот вопрос, он сам недальновиден, так как человек ограничивается только этим воплощением. Дух, он бессмертен. Если потерял тело, то он его материализует в зависимости от его духовной силы в следующем, в следующем и в следующем. Вот тут мы уже самосовершенствуемся, путь волхвом, мы заботимся и о своем явном этом воплощении, компенсируя и усиливая еще будущее, если мы дошли до этой стадии, не реализовались за одно воплощение. То есть глупо ограничиваться только этим воплощением, выжать все сохи из этого тела, всю духовность и всю душевность, потом остаться без ничего, потеряв физическое тело, и уже в следующем воплощении иметь более низкие резервы.
Еще один самый распространенный, наверное, вопрос, который встречается среди людей, которые вот так в чем-то сомневаются. Они говорят: но ведь оттуда никто не возвращался, оттуда никто не приходил. О каких там высших мирах вы говорите? О каком там мире, Нави, Праве, Славе? Чего вы там вообще лепите мне? Вот вы покажите мне человека, который оттуда вернулся, который бы вот это все видел, который бы все рассказал и сказал: да, там это светлый путь, и доказательства мне привел. Нет доказательств существования других миров, которые нет существования жизни, которая после этой жизни происходит. Вот пока не покажете мне все это, не поверю. Вот как с такими людьми в этом случае ты поступаешь? Отпустить его с миром. То есть, это, получается, это разговор не для него, который мы сейчас ведем? Не то, что не для него, а то, что, о чем мы сейчас говорим, это должен быть это опыт. Это все равно, что объяснять человеку, как шевелить пальцами, когда у него еще и руки нету. А потом появляется рука, он говорит: о, да это же так легко. Человек, пока рак не ущипнет, так сказать, не соприкоснется с стадией, допустим, как минимум клинической смерти, он об этом даже не будет задумываться, как что. Но главное, чтобы потом не было поздно. Просто покажешь ему, тут нет никакого навязывания, что это так, это не так. Это все лишь, например, я вот сейчас вот рассказываю. И все, что я рассказываю, это лишь мое воззрение, мое мнение, которое я пропускал через себя, через свой опыт. Но тем не менее, для слушателей это всегда будет теория. И мой подход, я никогда ничего не доказываю, никогда ничего не объясняю. Я просто информирую. А дело человека, браться за это, не браться. Грамотный человек, он просто знает, что есть, я отвергаю. Есть, я принимаю, я принимаю, я с тобой полностью согласен, другой нет, я отвергаю. А грамотный человек, он просто не да, не нет, он просто да, допускаю, но я проверю. И через свои методики, свои практики, каким-то образом там проверяет. Ну, в данном случае, то, о чем мы сейчас говорим, как минимум там, если не может погружаться в стан, в состояние чистого поля занимаясь практиками, то может применить практики тот, кто ему может помочь. Это у нас обычно называют, который погружает в забыл, как это называется, эзотерик, там погружает сознание, там, и человек начинает что-то там видеть, воплощать. Но это путь троичности. Но тем не менее, как минимальный опыт человек приобретает. Поэтому да, здесь я никому ничего не доказываю, я лишь информирую. Если ты не согласен, это твое мнение, то я уважаю его. Пожалуйста, в то же время и я тебе ничего не навязываю, я лишь информирую свой опыт. Ну, в общем, как ты сказал, что пока человек не попадет в клиническую смерть, это меня как-то воодушевило. Так представляю себе, хочешь убедиться? Хочу. Как по чеколдышке, вот джбаньц, на минут 10 так вырубился, потом вот качали, ну как, что увидел, давай рассказывай. Ой, ты знаешь, и сразу просветление такое снизошло. Да, интересно. Ну хорошо. Кстати, вспомнил, мы недавно снимали фильм документальный про последнего характерника, кошевой атаман Иван Серко. И когда он там на острове, у волхвов, у которых был тотемный знак волки, одни из самых сильных характерников, посвящали Серко. И он там ночью бежал, в темноте держал перед собой палку. Ему нужно было добежать докуда-то. А оказался обрыв впереди. И вот он испытывал шок и свободное падение. И там сено, трава была подстелена. Он не знал, что он выживет, но он испытал некие состояния. И вот многие, кто не может самостоятельно входить в эти состояния, обычно раньше таких людей учили через шоковые кардинальные вещи. Взрывается наша пренатальная духовная энергия, она вырабатывает адреналин, адреналин через кровь попадает в мозг, вырабатывает надреналин, и человек уже испытывает какие-то измененные состояния сознания. Это, так сказать, внешние протезы, но гораздо проще, чем клиническая смерть. Но, тем не менее, тоже опыт. И вот пока человек не соприкоснулся, он не задумывается, отстраняет все назад. Это меня не коснется. Там, либо это все по-другому, я вижу, это все не так. А когда соприкасается, и благо еще время останется начать самосовершенствоваться. Ну, вообще, как уже, наверное, всем понятно, самая священная птица на Руси – это жареный петух, да, пока не клюнет, ничего не происходит. Да. Вот, ну, хорошо, а сам-то расскажи, как ты докатился до жизни такой, с чего вдруг начал просветляться, начал искать какой-то путь духовного своего развития, к учителям стал похаживать, присматриваться, прислушиваться, почитывать?
Ну, как я сегодня шутливо говорю, виновником всего стал спорт, именно фанатичная преданность спорту и идеи, которые меня грезили, это чемпионство. Я на определенных моментах стал искать инструменты, которые усилят меня. Спортсмены определяют три качества. Это кто знает, серьезный профессиональный спортсмен знает, что есть определенный треугольник профессионального чемпиона, вершина которого это опыт. Следующая грань – это сила, и следующая, третья грань – это скорость. То есть сила, скорость и опыт – это то, что делает из человека либо мастером, либо чемпионом. И вот одни выигрывают за счет одной грани треугольника, другие за счет другой, третьи за счет третьей. То есть одни опытом берут, третьи силой, третьи скоростью. Кто-то берет двумя, и тем, и другим. Но на высоких уровнях соревнованиях встречаются противники, либо помощники друг другу, чтобы стать лучше, у которых этот треугольник доведен до предела. И опыт высокий, и сила на пределе, и скорость очень высока. И тогда победит тот, кто сильнее духом. И вот на определенном моменте я просто думал, начал задумываться, что же это такое дух и как его усилить. И в своих поисках вышел на техники бусидо японцев, самурай, это потом мне уже разложили аббревиатуру, с Амура какие-то там либо характерники, возможно, я ошибаюсь, и возможно, ошибались те, которые мне это объясняли, но мне это на сердце легло. Ну, в общем, техники бусидо, когда человек занимался техникой расширения сознания дзен, входил в состояние, где усиливается его реакция на молниеносно. И мне это заинтересовало, я начал практиковать медитацию дзен, чтобы усилить свою реакцию. И перед этим я еще вышел на первого своего учителя Даоса, который учил мне железной рубашке. То есть, чтобы тело было крепкое, чтобы внешние удары не оказывали микротравмы, микроповреждений. И вот я на тот момент считал, что это будет два моим козырным тузом, железная рубашка и усиление реакции, чтобы побеждать на соревнованиях. И вот после практик, после того, как сдал железную рубашку, нормативы, экзамены, получил определенный опыт медитативных. И вот после этого медитативного опыта мои ценности поменялись. У меня уже появилась вторая моя цель. Первая цель – это было чемпионство, но она растворилась. Как я уже говорил, чем выше вибрации, тем увеличивается мировоззрение. И вот мое мировоззрение в одночасье поменялось. Спорт меня вообще перестал интересовать. С той, не то, что спортом поддерживаю тело, а с той фанатичной преданностью, которая была у меня тогда. Следующее мое желание стремительное, это когда я почувствовал в медитации свою энергетическую силу, меня это захлестнуло, так сказать, я прелестился на тот момент, и у меня вторая моя цель появилась фанатичная, это стать энергетическим силовиком дальше. Я тотально начал изучать те энергетические практики и традиции, которые ведут к этому. Уже появился второй учитель, третий учитель ситх Шри Пранажиш и его брат Шри Пранарадж. Традиция 18 мельских ситхов, потом черников, традиция спаса. Изучил те методики, как взращиваться там. Потом испытал еще следующую свою медитативную опыт, когда и эта иллюзорная цель растворилась. Я уже испытал не свою энергетическую силу, а свою духовную силу. Я просто не ощущал, что я разделен между телом и пространством. Это состояние единого цельности. Нету физического дыхания, есть эфирное дыхание, но на то время это такое дыхание полем. И пребывая в этом состоянии, прелестился также на третьи сутки на вспоминание одного из этого воплощения, что и выбило меня из этого опыта медитативного. И вот поныне уже живу к своей окончательной целью, это духовное самосовершенствование. То есть, испытав реальность на себе, то, что я не первая была реальность, то, что я не тело, не кусок мяса, а есть энергия. А второе, мой медитативный опыт, которым повернул меня жизнь, это то, что я не мясо, и то, что я и не энергия, и не сила, а то, что я нечто большее, связанное с пространством, связанное с космосом. И вот, вот, это вот этот вселенский разум меня захлестнул на тот момент. Потом уже начал устраиваться мой духовный путь.
Хорошо, хорошо. Вопросы идут. Я хочу тебе сказать, что в случае, если тебе будет нужна музыкальная пауза, ты просто об этом скажешь, я ее поставлю, чтобы передохнуть или тебе, или нашим радиослушателям. Но если тебе пауза не нужна, то, в принципе, я, наверное... Да, мы продолжаем. Тогда. Да, наверное, тогда вопросики тебе позадаю, потому что уже много поступило, и хотелось бы не откладывать их в долгий ящик. Владимир Измытищ, вопрос в эфир. Дмитрий. Волхв думает, что он волхв, а человек на пути мага понимает, что вызов человеку так уникален и беспределен, что нет возможности достичь каких-либо званий. В этом разница? Порой человек может сделать вызов какому-то препятствию от ума, а другой от души, когда испытает свои пределы. Маг больше бы действовал от ума, если таким вот выражением говорится. Периодически волх, он проявляет свою душу, если у него там возникло желание преодолеть свои возможности, либо испытать свои возможности. У него тоже может это возникнуть, цель преодоления, но только уже он действует не от ума, а от души. То есть действие одно, а состояние, от которых они действуют, разное. Маг – это от ума больше действует, либо от психики. А волх от души, либо от разума, от духа. Угу. Хорошо. Дальше, Самара, вопрос эфира. Дмитрий, можно ли в растяжении дыхания, кевале, дышать не животом, а полным йоговским дыханием? Да, можно. Можно, но на пределе, на потоке развития кевалы, естественно, остановки физического дыхания, растягивая задержку этого вдоха и выдоха, нам следующая стадия будет, это чтобы не шевелился ни живот, ни грудь. То есть практически отсутствующее дыхание. И поэтому человеку так и так придется делать в обратную сторону дыхание, опускать ее. И поэтому я бы не рекомендовал сначала увеличивать, чтобы потом возвращать, уменьшать, а сразу нарабатывать брюшное дыхание, в котором легче остановить физическое дыхание. Угу. Дальше. Но это моя рекомендация. Угу. Сергей, сын Леонидов, вопрос в эфир. Знаком ли Дмитрий с релятивистской концепцией психической деятельности Клюева? И если да, то каково мнение по этой концепции? К сожалению, не знаком. Хорошо. Следующий вопрос, Вероника. Дима, привет. Есть ли техники превращения завистников в друзей? Тут как раз мы два варианта. Первый вариант – превращение завистников в друзей. Это, по сути, взять и превратить, то есть на волю их не оперировать. Это уже было бы у нас путь волхва. То есть он существует. И путь мага существует, путь волхва существует, но не все от души. И вот методики, да, существуют, когда мы накладываем образ, входим в стан, в состояние сознания, в отсутствие внутреннего диалога, то есть сливаемся с подсознанием. И там создаем образ, на этом уровне человек ограничивает только его фантазии. Если у человека такая фантазия, либо такая задача, он может на них повлиять, но это будет влияние на свободу воли человека. То есть прогибать пространство. Мы включились, это путь мага. Путь волхва же, это как минимум, если мы не просто так имеем людей вокруг себя, если мы кого-то притянули, значит, мы сами соответствуем таким же качествам. Путь волхва бы он разобрался, каким бы я своим состоянием, либо умозаключениями, либо психическим состоянием притянул его и изменил бы это в себе. Это, грубо говоря, либо просто бы пребывал бы в стане в отсутствии внутреннего диалога, и не размышляя, это бы все растворилось. Либо более самый простой, но самый низменный уровень, но тоже относящийся к волхву, это просто методики, когда человек просто своему ненавистнику посылает уважение, заботу, ну, по-моему, что-то подобное один медицинский профессор называл, по-моему, Ho'oponopono. И вот это вот путь троичности, когда мы просто любовь посылаем, наши поля объединяются и сливаются, и приобретаем общий знаменатель. Это уже чуть пониже, но тоже бы относилось к пути волхва.
Я с тобой согласен, здесь можно немножко остановиться на вопросе Вероники более подробно. Ведь если есть завистник, то в первую очередь, как я правильно сказал, надо разобраться в себе. А почему завистник появляется? И вообще, Вероника, по твоему мнению, завистник – это кто? Почему он завидует тебе? У него что-то нет или ты показываешь, что у него этого нет? Может быть, здесь как-то так покопаться поглубже, и тогда станет понятно, откуда берутся завистники. И в том случае, если ты разберешься с причиной появления этих завистников, то тогда тебе появится на горизонте путь избавления от этой зависимости, чтобы завистники не появлялись. И тогда убираешь причину, пропадает и следствие, и, в общем-то, у тебя завистников как минимум поубавится. А если ты добрая женщина, добрая девушка, то в этом случае, наверное, к тебе люди потянутся, как поговорки. Будь попроще, к тебе люди потянутся. Поэтому хотелось бы уточнить, что имеется в виду по словам «завистник» здесь, потому что я вот сколько людей не встречал, у каждого говорят вроде одинаковые слова, а в конечном итоге выясняется, что очень часто говорят совершенно про разные понятия, представления. Следующий вопрос эфира от Владимира из Мытищи. Как правило, начинающие люди на пути самосовершенствования понятия не имеют о том, что один из первых вопросов, который должен решить человек на пути знания, финансовый. Вопрос финансирования собственной деятельности должен быть закрыт успешно, прежде чем человек начнет менять или терять свою социальную оболочку. Дмитрий, как ты решил финансовый вопрос? А ну-ка, признавайся. Что касается, так сказать, самосовершенствования духовное и социальное, вот этих две сферы, внутренний и внешний космос. Раньше наши предки йогов, индийских йогов называли «царь без царства». То есть внутреннего царя приобрел, а внешнее растворил. Но везде должна быть своя, соответственно, мера. Но это перед тем, как я начну рассказывать. И вот два пути. Либо человек сначала уходит в духовность, либо уходит в материальность, либо золотая середина. И вот золотая середина может точно так же. Сначала человек обеспечил свою материальность, потом занимается практиками, либо занимается практиками духовными, а потом формирует материальность, но уже с более высокой точки колокольной осознанности. Либо одновременно и кует быт, и занимается практиками, которые его духовно расширяют, развивают. Я выбрал путь вот этой золотой середины, когда одновременно и куешь быт, и духовно расширяешься. Ну, что значит одновременно? Это не так первые там 45 лет в материальности, а потом вторые 45 лет в духовности. А у меня обычно год, полгода на полгода. Полгода я в социуме, полгода я занимаюсь в практиках. Полгода я в социуме, полгода я занимаюсь практиками. И чем больше опыт человека в духовности, в духовных практиках, тем социум для него становится точно такой же практикой, когда он пребывает в действии. То есть для того, чтобы жизнь стала духовностью, мы должны соединить тело, душу и дух. То есть выполнять действия на уровне тела, это же действие, наслаждаться от него, то есть подключили душу. И подключаем дух, то есть еще созерцать это действие. И вот тогда наши будни становятся духовными практиками, чем бы мы ни занимались. Трудились ратным трудом, ну, ратный труд, это, наверное, уже больше к витязям относится. Трудились бы своим трудом, мы наслаждаемся от него и пребываем в нем, ощущая действие. Трудились бы другой деятельностью, мы пребываем в нем, наслаждаясь от нее. И тем самым мы уже находимся в практике. По сути, не знаю, как это относится к славянской и неславянской практике, просто мне, я очень созвучен к славянским практикам, как-то был в пещере у одного из своего учителя, и там на вершине пещеры я увидел статую белого жреца, голубоглазого, кстати, и которого изобразили, и он сидит, одна нога в позе лотоса, а другая нога стоит на земле. И это вот как я понял, в чем идет речь, но я переспросил у своего учителя. Он мне ответил, что истинный путь – это когда одной ногой ты стоишь на земле, а другой ногой ты опираешься на духовность. То есть одновременно куешь и быт, и духовность. А не двумя ногами на земле, либо двумя ногами в позе лотоса. Но это образы.
этот символ, два нога на земле, две ноги на земле, две ноги в позе лотоса, это образы, то есть либо тотальная материальность имеется в виду, либо тотальная духовность, то есть это две крайности, вместо золотой середины. И вот там уже как человек творит, как проявляет свой интеллект, так и человек формирует свой социум, свой быт. Главное, чтобы это было в меру и от совести, и по совести. Если мы перегнули палку, допустим, за свое, ну, допустим, преподавание, это мое основное там социальное поприще. Если мы перегнули планку финансовое за свои занятия, то мы все равно отработаем своей душевной энергией. Если мы не дотянули, то мы, наоборот, приобретем свои душевные энергии. И вот человек просто выбирает показатели в процессе жизни, какую энергию ему надо, за какую мы даем труд. Если мы перегнули палку, то мы все равно получим воздаяние в виде потери душевной энергии. И вот человек сам компенсирует все это. А вообще, вот надо разобраться, слово «финансовое», но оно не совсем наше, скажем так, а может быть, чем-то совсем не наше. Да. Финансовое благополучие, что это такое, насколько оно важно и в каких пропорциях? Ведь сколько людей, столько представлений о том, что ему необходимо, о благополучии, о развитии и так далее. Вот для одного финансового благополучия, когда есть, грубо говоря, рубль в кармане, на который он может пойти и что-то приобрести такое, ну, что вот самое-самое необходимое. А у другого финансовое благополучие – это когда есть многомиллиардный счет, и у него есть золотой унитаз, платиновый там, стол или что-то еще, и 6-метровый забор, который там 4 гектара земли, да, там, да, 100 да, гектар да. земли и так далее. Здесь вот надо разобрать, что такое финансовое вообще благополучие. Это я вспомнил какой-то советский фильм, когда один человек жаловался о своей бедности, несмотря на то, что там персидские ковры висят там, и так далее и тому подобное. В Спаси есть два таких вот принципа. Первый принцип – мера. Все, что выпадает из меры, вернее, преодолевает меру, выпадает в осадок. То есть мы должны сохранять меру. Если мы выпали из меры, то мы приобретаем причинно-следственную связь, то, что там где-то там называют карма. Итак, все, по сути, это определяется личными, совестными предпосылами. Главное, чтобы это не было не психически, не от ума, а от совести. Но по большому счету это было бы, в среднем выражалось бы, семья не голодает, дети получают свои знания, способные. То есть мы способны обеспечить свою семью, не, ну как, ну не перегибая палки. Здесь я так толком не скажу, но главное, чтобы и твой труд не нарушал других, так сказать, обманом, к примеру, а своей чистотой и праведностью сохранял гармонию внутри твоей семьи. А семья, либо твой род, либо твой народ, в зависимости от той деятельности, если ты идею уже двигаешь по стране, либо по миру, то твоя семья, конечно, уже растет, и тебе нужны уже другие финансы для реализации своей задачи, либо для своей идеи. Главное, чтобы это не... Ну, мера тут уже, наверное, сам по совести каждый определит. Угу. И так было обозначено тобой, что сначала бывает это, а потом приходит к тому, или сначала бывает то, а потом приходит к этому. Но встречаются иногда люди, которые никогда не задумываются об этом или к этому. Они просто как-то вот живут так, и им дается, что необходимо с точки зрения и финансового подкрепление, с точки Конечно. Зрения и духовного, и как-то и учителя появляются, и к ним народ тянется. Так что здесь есть какой-то третий путь, помимо тех двух, которые ты обозначил. А здесь, если человек вот как раз и идет от души, по совести пытается сделать свою задачу, то есть он слушает свое сердце, у него есть, допустим, у нас, у человека есть, допустим, задача, и один от ума выбирает задачу, а другой от души. И вот когда во мнениях расходятся ум и душа, то есть тяга сердца, тогда надо прислушиваться сердцу. Ведь если мы выполняем задачу, которая идет из сердца, это желание всей Вселенной на самом деле выливается из нас. И если мы следуем задаче всей Вселенной, то есть ту, куда стремится сердце, то вся Вселенная и будет нас обеспечивать, выстраивая вокруг нас синхронические события. И когда понадобится, там предложат там работу, либо там появится человек, который там чем-то поможет, либо еще что-то. И вот
именно слушая сердце, мы значит, в потоке духа. А если мы от ума выполняем задачу свою, тогда мы уже палку в колеса потоку духу, и тогда уже у нас и будет разлад в синхронистичности событий. Угу. Хорошо, ну ладно, давай к следующему вопросу перейдем. В эфир вопрос поступил от Олега из Иркутска. Здравия, Дмитрий. Известно, что посредством физической боли мозг человека получает сведения о спазмах, сбоях, нарушениях в организме, и у человека появляется шанс исправить ситуацию. Отсюда боль – это не что иное, как Божья воля. Как вариант. Какова, по твоему мнению, природа, принцип действия божественного предназначения душевной боли? Благодарю. Да, как раз совершенно недавно разбирали этот вопрос. Вот сейчас последнее мое видео выйдет скоро. Но оно не связано не столько, сколько с болью, а сколько вообще методикам. Есть четыре так называемых благостных стресса. Первый благостный стресс – это ограничение человека в еде. Тело начинает очищаться, омываться. Второй благостный стресс – это ограничение человека в воде. Это более сложная очистка, более глубокая. А если в первое ограничение в воде доминанта на чистку – это вымывание, работают органы внутренней секреции, то на сухом вторая стадия стресса – это уже эфирное очищение, когда идет стадия поднятия блоков шлаков и токсинов. Третья стадия благостного стресса – это ограничение человека, так сказать, в кислороде. Когда человек делает задержки дыхания, копит СО2, поднимается его pH. Первая – еда, вторая – вода, третья – кислород. И четвертая стадия стресса, самая высокая – это когда человек делает стресс своему физическому телу. То есть иголки, допустим, там ложится на иголках, стоит на иголках, либо попал в какую-то ситуацию, сработал адреналин, и взорвались его пренатальная энергия. А в момент адреналина мы совершаем более высокие, активная реакция растет, способности там немножко возрастают, прыгаем, бегаем быстрее с целью самосохранения. Сущность пытается тело спасти. И вот есть четыре вот этих факторов комфортного стресса, так сказать, комфортный стресс. И тут то же самое срабатывает первое правило – мера. Если мы преодолели комфортный стресс, допустим, тело не выдержало в голодании, мы дальше голодаем, либо то же самое стрессовая ситуация, человек там занимается, там лег на иголке, и там еще уже тело не выдержит, мы продолжаем лежать дальше. Но это уже чрезмерно, это уже идет в негативный стресс. И вот комфортный стресс, стресс в меру, раскрывает наши способности, раскрывая наши ДНК, нашу родовую память. И вот как раз в нашей крови, в нашей клетке получают этот внешний стресс, четвертый, срабатывает, так сказать, сознание управляет ДНК, ДНК управляет обменом веществ. А тут наоборот ДНК начинает включать наше сознание в обратную сторону. В общем, да, я соглашусь, что есть такие стрессовые, благостные моменты. Самое главное, чтобы они были в меру. Иначе стресс будет убивать. Угу. Хорошо. Хорошо, здесь у нас идет в чате такое общение и пояснение из чата. Вот Вероника написала. В моем вопросе имелось в виду завистники в целом. Вполне довольны этим интересным ответом. Благодарю. То есть уточнение не последовало, просто тебя поблагодарила за то, что ты ответил. И также идет обсуждение вопроса, что означает слово «дурак». Вот, на твой взгляд, дурак, ведь существует несколько версий происхождения этого слова и того, кого именовали на Руси в древности дураком, кого именовали не так давно и кого сейчас именуют. Вот твое представление в древности, не очень давно и сейчас. Чем эти понятия отличают слово «дурак»? Человек в яве, в трехмерном, ну, в жизни, в материальной вселенной, я способен познавать себя через три инструмента. Первый инструмент он использует в младенчестве, то есть познает пространство и время через пять наших органов чувств. Обоняние, осязание, тактильность, слух. В общем, пять наших органов чувств. Дальше растет его способность и ума. Уже в возрасте человек начинает познавать пространство и время через ум.
Оно ум, как бы хорошо мы бы не прокачали, как бы хорошо мы логическое и теоретическое знание мы бы не достигли, мы никогда не познаем конечную реальность через ум, так как ум продолжает получать информацию через 5 наших органов чувств, те же самых. А каждое из органов чувств, оно ограничено своим диапазоном. К примеру, зрение. От инфракрасного спектра до ультрафиолетового спектра всего человек лишь видит лишь маленькую гамму. Изначально человек не видит там поляризованный свет, радиацию, энергию, там поле вокруг человека, если, конечно, не расширяет свое сознание. Точно так же и со слухом, от ультразвука до инфразвука, человек воспринимает звуковые колебания лишь маленький диапазончик. И вот этими маленькими диапазончиками через каждый из 5 органов чувств человек получает информацию и умом пытается познать Вселенную. Это вторая стадия. И вот высшая стадия, третья, так называемая, чистое поле, чистое сознание, то есть интуитивное восприятие Вселенной, пространства и времени. Это когда 5 наших органов чувств расширяются до пределов, и мы уже видим пространство и время с более высоким объемом, более высокой мерностью. И это называется интуитивное состояние восприятия. Третье, первый, органы чувств, второе, от ума через органы чувств, и третье, интуитивность, расширив органы чувств. То есть, другими словами, если взять всем извечное, привычное определение, то, что называют просветление, то есть правь, состояние прави, ну, это я уже играю в игру слов. Итак, дурак, мое мнение, я просто знаю несколько точно так же вариаций, расшифровки дурака. Но по моему мнению, дурак — это тот, кто достиг состояния вот этого третьего интуитивного восприятия пространства и времени. То есть человек, который использует инструмент не ума, а более глубокого, за интуитивность. То же самое, как выражение «пойти туда, не зная куда, принести то, не зная что». Ум встал бы в ступор, а интуитивный человек максимально осознает свою задачу. Если, конечно, мы находимся в интуиции, а не думаем, что находимся. Ну да, здесь вот такая расшифровка: ду, два или более, ра – это сияющая божественная мудрость, к – это нечто объединяющее в себе, то есть объединяющее в себе многое такое, что другим не подразумно, и идущее от божественных уровней. Это человек, который находится и в этом мире, и в других мирах, одновременно принимает информацию без посредников, ну и так далее. То есть вот русские народные сказки, они как раз рассказывают об таком дураке. И вот Рус Вахитов пишет: да, слышал, по-моему, дурак – это и есть путь волхва, вот в этом, если в контексте представлять. Да, соглашусь-то здесь. Хорошо, да, и продолжай. Я тут еще дурак, она логик, он находится в дуальности, то есть есть объект наблюдения и наблюдатель. В этом состоянии еще присутствует время, а если присутствует время, то и есть хаотичный ум присутствует. Когда же человек входит в состояние трансцендентности, то есть не дуальности, есть наблюдатель и наблюдение, а когда наблюдатель и наблюдатель становятся единым целым, то есть это состояние волхва, время растворяется, и тут уже наружу проявляется интуиция, чутье, то есть прямое знание. Так оно на втором уровне знание искажается умом, а тут прямое знание, мы с ним соприкоснулись. И тут, да, по сути, совершенно верно вот человек сказал, что это состояние волхва. Да, соглашусь. Но видишь, как интересно получается, во всех народных сказках, ну и тем более в древних народных сказках, там дурак же, он не понимает изначально, что он волк, он пользуется всеми вот этими своими данными, как малый ребенок. То есть вот само собой получается, оно идет, иногда даже какие-то неприятности кому-то сотворяет, и только потом уже где-то с середины сказки или ближе к концу вдруг происходит что-то, что его делает волхвом с точки зрения уже не покорения природы при помощи своих знаний и умений, которые ему дарованы по природе, по роду, а при помощи осознания, и он становится уже несколько другим человеком. Вот обрати внимание, например, если брать сказки, ну, то же самое, по щучьему велению, ну, там человек вообще, Емеля, творит поразительные неприятные вещи, там давит народ на санях, там колотушками там, себе путь расчищает, чтобы сани проехали, еще что-то делает, а потом вдруг встречает вторую свою половину,
кстати, тоже не очень лицеприятно, если так внимательно посмотреть, да, на секундочку, от которой батюшка-царь вообще избавляется, ее сбагривает на плечи этого Емеля, да, и вдруг там происходит метаморфоза, они начинают жить совместно, и у них образуется простое семейное счастье. То же самое и в других сказках происходит примерно, когда он ввязывается в какие-то там дурацкие ситуации, непонятно зачем и непонятно для чего, кто-то как будто бес его там в ребро тыкает, и он постоянно что-то там хватается и так далее. Но в конечном итоге, благодаря тем свойствам, которые у него есть, он выходит на новый уровень. Вот как ты думаешь, если у человека такие люди есть сейчас, которым дается по роду многие знания, если они поначалу не умеют их применять, то есть они творят скорби многие, да, вот эти знания, то что-то такое происходит, когда человек, то, что говорит, образумливается. Вот какие моменты необходимо человеку пройти для того, чтобы полностью проявились эти знания уже в лучшую сторону, чтобы он становился уже волхвом? Как ты думаешь? Здесь тогда немножко назад тогда сдвинусь, вот что касается вот этих сказок. Иван Дурак проходит несколько состояний, сначала там совершает одни действия, потом другие, а потом более интуитивные, более грамотные. По сути, я тоже, когда думал об этих вот вещах, вот на что вышел я, это на то, что там описывается процесс становления, когда человек как раз переходит в стадию младенчество, то есть пять органов чувств, потом стадию логика, взросления и потом стадию старца, то есть волхва. Старцев раньше называли не тот, кто там старенький с бородой седой, а тот, кто достиг состояния автономности. Автономности на уровне тела, автономности на уровне сознания, духа. Вот это, по сути, был процесс описан, когда он еще учился, переходил из одной стадии в другую, а только потом уже он стал, ну, то, что мы называем волхвом, дураком. А так, человек, который рождается, к примеру, если мы родились сегодня, то, значит, наше сегодняшнее воплощение определяет наше прошлое, то есть наша духовная сила, которую мы наработали в прошлом. И теперь, а наше будущее определяется нашим настоящим. И так вот, бывают люди, которые взрастили высокий духовный потенциал, а в этом воплощении они уже просто очень быстро достигнут этой величины прошлого уровня. Но когда на них пути будут встречаться какие-то каверзные вопросы, допустим, раз там попробовал там пищу какую-то там далеко, ну это я там самое простое говорю, там, допустим, какие-то там школьные там годы, и если у него был в прошлых воплощениях большой опыт, духовная сущность, тогда он, попробовав, потом откинет это. И так на его пути будут встречаться разные капканы, он, попробовав, их очень быстро-быстро откинет и достигнет своего предела мудрости, так как он не помнит своего прошлого воплощения, но попробовав, он это будет откидывать, это будет уже не прельщать его. А если молодая душа с низким духовным потенциалом, попробовав один капкан, она в нем поварится долго, и если вырвется, в другой там капкан попадет, еще поварится. И то есть она будет свой духовный уровень взращивать здесь, а если был духовный потенциал развит в прошлых воплощениях, то он его просто пройдет, не зацепившись, не удержавшись. Ну, то есть, получается, вот давай немножечко остановимся на русских народных сказках. Русская народная сказка, любая, она первая говорит о том, что уровень дурака, то есть волхва, он доступен многим, тем, кто слушает эти сказки с измальства. Но для того, чтобы достичь этого уровня, необходимо пройти вот такой-то путь становления и вот так ощущать этот мир. То есть, быть в ладу с природой, не обижать животных, разуметь их язык, принимать какие-то сверху или там из природы, или со стороны какие-то направления, которые появляются, не отказываться от помощи людей, самому помогать и так далее. Получается, что сказка народная, русская народная сказка, это некая инструкция о том, как становиться волхвом? Ну, по большому счету, да. То есть, волх, духовность уже внутри нас. Мы единственное, что можем, это приложить усилия, чтобы проявить его. Ну да. И вот учимся, тренируемся, проходим определенные задачи царства. Угу. Ну хорошо. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Как ты объяснишь явление смены настроения у людей в процессе своего бытия и общения в обществе? Что это, отражение процессов макрокосмоса в человеке или мания
ничтожество, то есть периодическое главенство комплекса неполноценности у здорового в целом человека, заставляющего в тот или иной степени совершать поступки, отходящие от его основного духовного стержня и основной жизненной мотивации. Благодарю. Олег из Иркутска, ты так сложно пишешь, мне вообще-то читать, я такой, таких слов-то иногда и не произношу. Ну да, пожалуйста, отвечай. Итак, человек на определенной стадии ясности сознания, то есть своего духовного пути, становится, доходит до уровня царства воды. То есть он как маятник, то на высоких вибрациях, то на низких, то на высоких, то на низких. То на высоких вибрациях он счастлив и радостен, то на низких он в тревоге, в печали, в стрессе, в страхе. И то есть внешние события начинают его то ли вверх подкидывать, то вниз подкидывать. Он влюбился, вибрации поднялись. Мы в настроении, нас кто-то напугал, мы упали вниз в вибрациях, переживания, страхи. И так много всех возможных вариантов внешних условий, которые влияют на человека. Это еще начальная стадия, так называемая стадия воды. Есть более начальная стадия огня, когда вообще постоянно в низких вибрациях. Но тут же следующая стадия, когда вода то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. То есть это стадия человека, его сознание, когда внешние окружения, внешние феномены влияют на него. Ну, дальше, когда человек развивается, расширяет свое сознание, он становится непоколебим. Когда ничто не выбьет его из колеи, ни счастье, ни страх, ни война, ни праздник, он находится постоянно в осознанности, в видении причинно-следственной связи того, что происходит на данный момент времени, в единицу времени сейчас. И вот эта вот стадия более высокая. А так, да, человек пока проходит, если неустойчив, проходит вверх-вниз, вверх-вниз. Я называю это человек как огонь. Слабый огонек, ветер тушит, а если огонек сильный, то ветер его раздувает сильнее. И вот все зависит от нашей силы сознания. Чем сильнее сознание, тем меньше на нас факторы внешние влияют и понижают наши вибрации. Здесь надо сознанием работать, с его ясностью. То, что раньше было у предков, великое искусство великого держания внимания. То, что мы сегодня уже где-то можем узнать, услышать под названием концентрация. В японских направлениях мы можем это узнать как дзен, там, в китайских чань. У нас это называлось великое держание внимания. Ты знаешь, если позволишь, я тоже свою точку зрения выскажу здесь. Мне иногда тоже такие вопросы часто задают, и я пришел к такому простому выводу. Если меняется вот настроение, о чем писал Олег из Иркутска, то это говорит о том, что всего лишь навсего реагирует мозг, который является биокомпьютером вот в этом самом человекообразном существе, потому что его этот мозг постоянно волнует, а как ко мне относятся, а как я себя проявляю, а что обо мне скажут, а смогу ли я достичь того-то, смогу ли... И все это приводит, ну, все это сводится к тому, что как бы мне выжить, да, чтобы поменьше что-то делать и побольше что-то получать, побольше было похвальбы, поменьше было ругани, то есть поменьше шишек там мне доставляли. Это уровень телесный. Если же включается царь в голове, то есть включается высшее я, и все становится на свои места, то в этом случае, как у Пушкина, который писал про поэта, да, что там равнодушно, вот все равнодушно, и похвальбу, и ругань, вот воспринимай все, это ерунда абсолютно, она ничего не стоит, потому что высшее я, твоя суть, чем ты являешься на самом деле, она бессмертна, и поэтому вот эти все мелкие бытовые удобства или способы выживания, они, в общем-то, ну, абсолютно неинтересны на том уровне. И поэтому, если тело, если биоробот, биокомпьютер подчиняется высшему я, все становится на свои места. Тогда нет этих перепадов в эмоциях, тогда и в общении все происходит ровно, потому что высшее я, царь в голове, прекрасно знает, что он в этой жизни есть, для чего он здесь живет, что такое его тело, куда оно должно его привести, что он должно получить, какую информацию передать, с кем пообщаться и так далее и тому подобное. Ну, кто может помешать этому? Ну, кто? А если человек себя ассоциирует только с телесным, ну, то в этом случае все наши разговоры, они будут сводиться к психике, психологии и каким-то практикам, которые, да, какое-то время будут сдерживать. Ну, можно в этом случае таблетки какие-то попить, тоже иногда, говорят, помогает. Ну, хорошо ли это или плохо? Мне кажется, самый простой способ – это все-таки включить тумблер в голове, то есть, чтобы царь в голове включился, и человек стал полноценным человеком, то есть азом на этой земле. Ну, вот как-то так.
Хорошо, давай следующий вопрос от Рустама Вахитова. Дмитрий, расскажи про путь сновидца, ведь в Тибете есть йога сна, и тибетцы утверждают, что с помощью этих практик можно достичь высокого духовного уровня. Да, есть такие практики. Я изучал подобные практики не только в тибетской йоге. В тибетской йоге осознанных снов есть вот точно так же, как Пушкин, тройка, семерка, туз. Три уровня развития сущности под названием человека. Младший – троичность, путь троичности, средний путь семеричности и высший путь трансцендентности. И вот теперь, если переложить это на любую практику, можно переложить от физической до энергетической, либо душевной, либо духовной. В данном случае практики осознанного сновидения. Человек на уровне троичности, он не контролирует сны, они ему либо не снятся, а если снятся, он в них себе не осознает. Человек на уровне семиличности, он может себя осознать во сне, и тогда начинает путешествовать в осознанных сновидениях. Есть определенные практики, которые можно выполнять во время сна. То, что мы выполняем, осознав себя во сне, то, что мы выполняем во сне, усиливается многократно, так как там не вмешивается ум, внутренний диалог. Мы напрямую работаем с подсознанием. И вот путь семиричности – это либо путешествовать по снам, играться во все эти вещи, так сказать, создавать иллюзию внутри иллюзии, ну, тренироваться своими способностями творить с другой стороны, проявлять свое творение, либо практиковать определенные практики во время сна. Путь же трансцендентности, тройка, семерка, туз, высшая колесница – осознав себя во сне, человек не занимается никакими осознанными сновидениями, он не практикует никакие практики, он садится в состояние вороньего дозора, то есть это глубокое состояние пребывания, присутствия, чтобы растворить иллюзию сна. Но я сейчас сказал инструмент растворить иллюзию сна, но на самом деле, кто знает эту практику, там нету. Растворить – это искусственное влияние растворения, а там на самом деле такое состояние, когда человек входит в него, он позволяет иллюзии самой раствориться. Вот это здесь будет правильней. Вот путь трансцендентности – это заниматься не практиками во время сна, а войти в состояние, при котором сам сон растворится. И вот это, если у человека осознает себя, вспомнит, что необходимо заняться этим состоянием, войти в это состояние, и у него удастся растворить сон, он достигает состояния аза, Бога, воплощенного на земле. Если в яве, там, занимаясь техниками медитации, уйдет несколько лет на это, то во время во сна эта же практика даст минуты, результат за минуты. Угу. Следующий вопрос от Елены 777 по поводу пранаеди. Но перед этим здесь реплику хочу прочитать. Владимир Измитич написал. Я считаю, что в первую очередь нужно проверить, чем пранаеды ночью под одеялом занимаются. Вполне велик шанс найти под одеялом очистки от краковской колбасы. Ладно, и теперь вопрос. Сейчас вопрос. Вопрос. Конечно, велик. Нет, вопросы на самом деле хорошие. Я к ним привык, мне их часто задают. Просто хотелось бы сказать, что, конечно, недоверия, непонимания здесь много, и я тут этого не сужу, это все нормальные процессы. Просто хотелось бы сказать, что касается питания, это лишь мой личный эксперимент. Я не преподаю питание праны, я там не убеждаю в питании праны. Я вообще, кто был у меня, допустим, на сайте, там просто обозначено сварга, развитие тела, души и духа. Питание праны там и близко не стоит, это косвенные направления. И причем это мой личный эксперимент. Я учу человека развиваться телесно, душевно, энергетически и духовно. И поэтому прана, повторяюсь, мой личный эксперимент. Я не ем там пищу не потому, что там мне нужно антураж праноеда поддерживать, а потому что это не делает меня лучше. Вот и все. Угу. Ну, это с другой стороны. Владимир, а как закусывать-то хочется, да? Ну, так вот, вопрос от Елены 777. А что такое праноедение и как изменяется душа человека, его сознание?
Давай, наверное, разберемся. Парноедение многие считают так. Человек сидит и лопает прану. Непонятно чем. Горстями, ложками, там, ведрами, чем там прану трескает. Вот. Все-таки парноедение – это включение внутри, как у нас уже было на домозефирах, некого генератора, который создает энергии для питания тела. Или это все-таки что-то другое? Вот давай здесь про парноедение для начала. А то же самое. Тройка, семерка, туз. Младших, средних, либо старших. Энергетическое питание. Есть практики на уровне троичности, есть на уровне семиличности, есть на уровне трансцендентности. Во-первых, хотелось бы тогда начать, раз затронули эту тему. Я стараюсь в последнее время ее не трогать, так как первое последнее время, что ложь, шарлатанство и так далее. Поэтому я сейчас называю это по основному тему, делу тему. Об этом знают только мои учителя, по сути, и ученики. Вот и все. Но из-за того, что как поломанный телефон это распространяется, эта тема сейчас закрываться будет немножко медленней. Итак, троичность. Это я и внешний космос. Человек, который питается энергией на этом слабом уровне, он получает энергию извне. Вот не успел сказать, что человек без питания быть не может. Физическому телу нужно питание. Одно только дело, чем мы его питаем. Либо физической материей, явью, либо навью, энергией. Но это энергетическое питание – это полноценное питание. Процесс питания происходит, но уже не физический, а энергетический. Итак, первая стадия – троичность, на которой большинство заседает и останавливается. На которой заседает и останавливается. Это я и внешний космос. Когда человек получает энергию и питает тело энергией за счет внешних инструментов, внешних протезов, таких как, допустим, друидские техники. Когда человек получает энергию от растений, либо от деревьев. То есть я называю это паразитирование на внешнем. Либо второй механизм – солнечное питание. Здесь тоже человек занимается солнцем, использует внешний объект, паразитирует на внешнем. Солнце вообще раньше была другая практика, это искусство великого держания внимания на солнце, не связанное с энергетическим питанием. И так существует много внешних техник троичности, таких как есть специальные мантры, которые могут насыщать, есть эгрегориальное питание. Это все путь внешнего протеза. Следующая семеричность, когда человек сам энергию воссоздает изнутри. К этим методикам относятся ну, я расскажу просто, какие я изучал. Первая даосская техника называется чи цигун. Чи в переводе на русский – это кушать, есть, ци – энергия, гун – мастерство. То есть техника чи цигун – это искусство энергетического питания. Это даосское направление. Технику эту мне давал Шэньжи. Многие уже даже, не только ученики, но и зрители уже его знают, так как я с 2006 года вместе с ним он мне начинал обучать ее. Итак, это даосская техника. Она позволяет человеку копить энергию внутри, а потом эту накопленную энергию распределять по телу, питать тело. Вторая техника, буддийский цигун, это техника бигушичи. Многие знают это через канал Пуповина. Когда космической энергией человек соединяется и становится одним целым с ним. И тогда уже нет разницы, твое тело, либо тело Вселенной. И в момент пребывания тело восполняет элементы. Следующая техника, которую я изучал, это тибетская, называется чудлен. Когда человек входит в пранаяму, в технику тумо, но уже порождает не огонь, а пять элементов, благодаря которым из этих элементов он формирует таблицу Менделеева. Это, и следующая техника, которую я изучал, это техника ситхов, 18 минских ситхов. Давала мне эту технику Шри Пранаджи. Техника чакрального белого света, когда одновременно открываются все чакры, и человек из космоса и начинает с ним резонировать, и тем самым эти вибрации порождают таблицу Менделеева. Все наши чакры, по сути, это как понижающий либо повышающий трансформатор энергетический. Тут и космическую энергию мы понижаем до вибрации материи, либо наоборот материю повышаем до вибрации энергии. Ну, кто знает эту технику. Следующая техника – это уже техника спаса, питание Святым Духом. Оно относится к трансцендентности. Это когда уже человек не копит энергию, чтобы напитать тело,
Есть техники накопления, то, что я сейчас обозначил, а есть техники энерговыработки, когда человек уже не копит, а сам ее вырабатывает. Это когда человек зажигает точку сингулярности, как Тесла создавал бесконечный двигатель по принципу Тора, так и человек, мы имеем природу Тора, вокруг нас поле, которое вибрирует, и центр вращения, вернее, порождения этого Тора, это наша точка сингулярности, Хара. Характерники бы сказали, сваргом называем мы ее. И вот это уже более высокая техника. И вот, в принципе, три методики питания энергии. Внешний протез, космос, это, по сути, для глупцов, это путь мага. Энергия всегда двигается в две стороны. Если мы у кого-то отнимаем, то мы все равно душевную энергию ему восполним, отдадим. Второе, семиличность, это когда мы изнутри порождаем энергию. Сначала накопили, а потом этой накопленной энергией питаем тело. И путь трансцендентности, это когда мы уже не копим, а сами ее вырабатываем. Питание Святым Духом. Но это уже само слово питание здесь не актуально. Когда мы находимся в резонансе, в ладу с Духом, это просто пребывание в силе. Вот, в принципе, три стадии питания. Я знаю только техники, которые меня обучали, которыми я занимался. Это шицигун даосский, потом бигуши буддийский, чудлен тибетский, чакральная ситхов и Святым Духом это спасовская техника. Ну, скажем так, хороший такой набор, инструментарий, хороший. Ладно. Ну, вообще, что касается ко всем, к своему. Из-за того, что, допустим, я заинтересован, допустим, в своем развитии, я обычно искал все варианты, какие существуют, чтобы уже из вариантов взять, выбрать, допустим, максимально эффективный. И я никогда не ограничивался, допустим, одним вариантом, который нашел. И это относится не только к питанию, к энергетическому, это относится к питанию, к физическому, это относится и вообще к духовному самосовершенствованию. То есть взгляд должен быть объемный со всех сторон. Не ощупывать слона только с хвоста, а сначала посмотреть его из хобота. И так как это вот три мудреца, я уже к этому подвожу. А только чтобы увидеть картину в целом, нужно со всех сторон на нее посмотреть. Когда ты говоришь про трех мудрецов, которые ощупывали слона снаружи, мы забываем про четвертого, который умудрился залезть внутрь. Ага, даже Ну так. ладно. Да. И который потом вылез и всем рассказывал, что там такое ужасное происходит. Ну и так, продолжаем вопрос от Елены 777 разбирать. Так что такое праноядение, мы разобрались с твоей точки зрения. И как изменяется душа человека и его сознание? Душа, на душу можно повлиять вообще на любой механизм, на тело, на душу, либо на дух можно повлиять либо мягкой формой, либо грубой формой. Разбираем тогда пока мисс душу. Душа, мягкая форма, это когда человек напрямую входит в состояние испытывания чувства. Но из-за того, что человеку тяжело испытывать эти чувства, у него столько много психических накоплений, столько много накоплений ума. Это как печати не дают душе открыться, и человеку просто естественно пребывать в этом состоянии благости, настроения, душевности. Он тогда применяет грубые формы, то есть извне, из физики, то есть искусственно держит улыбку на лице, либо искусственно вспоминает любимого человека. Раз пошло состояние, он откидывает образ любимого человека, держит только чувства. Тогда уже искусственно пытается удержать эти чувства. Если человек научился удерживать чувства больше 2 минут, они расширяются и становятся естественными. Ну, это, так сказать, грубое и мягкое. И вот все можно развить либо через грубое, либо через мягкое. Это состояние нашей естественности. Вот сегодня говорят безусловная любовь и много вариантов счастья, настроения, там уважение, забота, любовь, много-много состояний. Но по сути есть одно состояние, которое из нас вытекает и ум, как оплетка, навешивает на нее и немножко искажает. И мы уже на выходе разделяем это чувство, как на те, которые я только что перечислил. Когда же ум не вмешивается, когда человек вошел в стан, в чистое сознание, чистое поле, то чувство-то на самом деле одно и то же. Оно безусловное, и только условность добавляет вмешательство ума. Вот ты сказал так, грубое или мягкое, но ведь еще известно, что некоторые мягко могут нагрубить или кого-то грубо намять. Намять, да. Ну, И тут получается можно интересно. перевести в это.
Ну да, игра слов. Хорошо, хорошо. Ну вот, когда мы говорим про проповедник, касаемся, то многие задают вопрос: а скажите, ну зачем тогда человеку нужны зубы, зачем человеку нужен пищевод, желудок, кишечник, ну и там всякие отверстия, которыми заканчивается все это дело? Ну, во-первых, если бы я, допустим, человек, ну, я бы задал вопрос обратно, знает ли этот человек, для чего, допустим, легкие? Ну, он бы сказал, допустим, дышать, там, либо там, для чего человеку кишечник, там, микрофлора кишечника и так далее, процесс пищеварения, желудок, там, переваривать, там, аутолиз и так далее, и тому подобное. Но мало кто знает, что наш желудочно-кишечный тракт выполняет не одну функцию переваривать пищу, а две функции. И вот, ну, если легкие – это вообще фильтр для крови, а наш весь желудочно-кишечный тракт – это фабрика. Фабрика на физическом уровне эндокринная, на тонком уровне фабрика внутренней алхимии. И вот обычный человек, эта фабрика выполняет желудочно-кишечный тракт, выполняет две функции. Первая функция – это внутренний иммунитет. Вторая функция – это синтез, внутренняя алхимия. И вот у обычного человека, который находится на стадии употребления пищи, у него доминанты между этими двумя показателями – защита, иммунитет и синтез – 95-97% раскочегарен, раскачан в сторону внутреннего иммунитета, и мы называем это процесс пищеварения, а лишь 3%, 5-3% у него на внутренний синтез. То есть практически наш желудочный тракт ничего не вырабатывает сам. И вот когда человек самосовершенствуется, меняя свой обмен веществ на уровне тела, свой энергетический потенциал, свое сознание, эти показатели меняются. И у него уже тогда внутренняя алхимия работает на 95-97%, то есть организм сам из энергии начинает вырабатывать материю, а внутренний иммунитет на 5-3%. То есть это наша внутренняя защита. И вот у человека обычно возникают такие вопросы, когда они разбирают один вариант, что желудочно-кишечный тракт – это только процесс пищеварения. Они, не знав то, что там не один вариант, а еще есть другие варианты, и дальше уже по способностям человека процентное соотношение, что работает между этими состояниями. Итак, наш желудочно-кишечный тракт вырабатывает две функции. Иммунитет – то, что мы раскочегарили до процесса пищеварения – и внутренний синтез, то, что человек потерял. Надо повернуть это вспять, то есть перевернуть плюс с минусом. А что касается, почему у нас там зубы и вообще такой именно желудочно-кишечный тракт, а не какой-то другой. Просто мы не только в этом воплощении родились и начинали употреблять пищу, а мы уже на протяжении многих поколений употребляем пищу. Это уже передается также на уровне ДНК, и чтобы поменять абсолютно всю эту гамму, проверять плюс на минус процесс иммунитета и процесс синтеза, у человека необходимо делать усилия либо в практиках, либо в сознании. Лично мое мнение, это вот человек когда-то, допустим, сначала попробовал сыроедение, допустим, то же самое яблоко, начинал первый процесс переводить внутреннюю алхимию до процесса пищеварения, потом сформировал дальше огненную пищу, потом всеедение, и сейчас идет стадия в обратную сторону, но это лишь моя точка зрения. А что касается двух функций процесса пищеварения, это уже однозначно, даже в медицине сегодня есть такое выражение – желудочно-кишечный тракт – это второй мозг. Он имеет настолько много нейронов и окончаний центральной нервной системы, сколько практически и имеет весь сам мозг полностью. Хорошо, хорошо. Итак, следующий вопрос. Самара задает вопрос в эфир. Дмитрий, ты недавно женился. В какой пропорции, по-твоему, нужно совмещать практики, например, сварга, и социальные семейные обязанности? Вот социальные семейные обязанности – это такой очень широкий вопрос. Он так растягивается и на интимные подробности тоже. Поэтому давай как-то, наверное… Понял. Да, понял. Да, давай как-то, вот, наверное, поймем, о чем мы будем говорить. Ну, в общем, вопрос задан, давай теперь отдувайся. Так, ясно. Итак, семейный человек, который занимается практиками, он должен отдавать 100% и практикам, и 100% семье, и 100% своим семейным обязанностям. То есть то, чем мы занимаемся на данный момент времени, мы должны пребывать в этом на 100%. Ну, к примеру, утром проснулись, начинается, допустим, день там
сходил, допустим, смыли 7 вод, то есть сходили в душ, потому что за ночь дух у нас чистил, если мы не, утром не сходили, допустим, в душ, через полчаса, через час эти 7 вод начнут обратно втягиваться в тело. И вот сходили в душ, и потом обычно рекомендуется начинать день либо с дыхательных практиках. И вот когда мы дышим, мы 100% в дыхании, в дыхательных практиках. Когда мы в семье, мы 100% занимаемся семейными практиками. И вот обычно, особенно у йогов, как так, путь семьи и путь духовности – это два разных направления, так как человек, допустим, с Аити в половых отношениях теряет много всяческой жизненной энергии. Когда человек слаб своими энергетическими каналами, тогда да, тогда он теряет энергию. Если же мы открыли свои каналы, тогда мы не теряем никакой энергии, а наоборот, в паре начинает увеличиваться наше духовное самосовершенствование. В спасе есть даже такое выражение, это древнеславянские практики. Пара создается для взаимопомощи духовного роста. Именно в паре мы объединяемся, мужчина и женщина, на физическом и на энергетическом уровне. Если мы на физическом плане, в яве, мы мужчина, в навь наша женщина, а у женщины наоборот. Если наша, она в яве женщина, то на наве, на уровне нави она имеет мужской потенциал. А тут мы соединились. На уровне яви мы приобрели цельность, и на уровне нави мы приобрели цельность. Раскрутили вихри энергетические, сексуальные, не теряя семя извержения. Если наши каналы чистые, а разум сильный, чтобы удержать эту энергию, тогда мы раскручиваем вихри и переходим от линейной энергии, то, что называют джива, прана, ци, мана, эфир, переходим в спиральную энергию. То, что называют сексуальная энергия. А дальше эта энергия переходит в термоядерный синтез, который называется уже духовной энергией. И раньше даже в свет, светочами становили, а сразу пара становилась одна одежда. То есть тело света переходили именно в паре. И вот, если итог подключать, то в паре духовная и душевная, и телесная эволюция человека ускоряется. Главное – управлять своими энергиями. Для этого мы должны обладать чистыми каналами и сильным разумом, чтобы удержаться. Угу. Хорошо. Дальше. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Многие люди знают, что мысли материальны. О чем мыслишь, то и происходит. Означает ли это, что если ты чего-либо не ведаешь, то есть значит и не мыслишь, что этого не случается или не случится? Например, не знаешь о раке, не проецируешь мысли о нем, значит, и не заболеешь. И не отсюда ли поговорка «дуракам везет», они много чего не знают и проходят как нож по маслу через жизненные ситуации. Благодарю. Кстати, после этого вопроса возникли писания в чате про дурака. Да-да-да, я еще сейчас как раз, когда озвучился этот вопрос, вспомнил. У меня один практикующий, ему очень нравилось выражение «кто много думает, у того голова болит». И вот, что касается этого, если не знаешь о раке, то и не заболеешь. То, что мы думаем, логически рассуждаем, что-то мы логически копим знания какие-то, это ум. Но у нас есть еще подсознание, то есть те мыслеформы, те образы, которые мы копили не в этом воплощении, а в прошлых воплощениях. Вот еще, так сказать, наше подсознание может выразить печать, какое-нибудь, допустим, ракового заболевания, если мы, допустим, имели какие-то недуги, либо, допустим, в прошлом воплощении у нас был путь мага, мы прогибали пространство, сформировали печати много, и потом родились, мы вроде о раке не думаем, а тело болеет, либо через несколько лет заболело. Тут не только зависит от ума, а от еще и нашего подсознания. То есть те мысли, которые мы думаем сегодня, те будут образами в нашем подсознании завтра. И вот тут такой двусторонний механизм. Именно наше подсознание нужно еще учитывать. А так, если мы твердо, вот настолько твердо убеждены, что я не болею, и вот даже тогда мы окрасим свое подсознание. Это называют обычно красить золото золотой краской. То есть на уровне подсознания есть какая-то мыслеформа, допустим, болезненные болезни, мы начинаем болеть, а вот человек настолько себя убеждает, что я здоров, что поверил он, его ум, и ум настолько поверил, что убедил подсознание. Убедил подсознание, а то убедились клетки тела. Это то, что называют «по вере будет». Но для этого нужна очень сильная вера логическая. Тогда ум повлиял на подсознание.
А для слабого человека наоборот, подсознание влияет на ум. Да, ну все правильно ты говоришь. Многие думают, что если вот я не буду о чем-то думать, то этого не произойдет. Иногда происходит и без наших мыслей, потому что оно должно произойти. Но если иногда человек осознанно воспринимает мир, то многие процессы, которые должны в этом мире произойти, происходят несколько по-иному, нежели чем с другими людьми. То есть осознанность в этом мире превыше всего, как показывает практика. Живите осознанно, и все будет хорошо. Так, дальше. Следующий вопрос от Самары. Дмитрий, как влияет совмещение классической йоги и практики сварга? Прям в дежавю попал. Вот буквально недавно задали абсолютно один и тот же вопрос. И прям при таких же практических обстоятельствах. Смотря какая йога. Есть вот точно так же, как тройка, семерка, туз. Практики для троичности, практики для уровня семеричности и практики для уровня трансцендентности. Есть йога троичности. То есть это яма, не яма. Есть йога уровня семеричности, это асаны, пранаяма, пратьяхара, таранай. И йога трансцендентности, то есть самадхи. Смотря какой человек практикой занимается. Яма, не яма, по сути, это свод морально-нравственных качеств. Первое там по отношению к внутреннему космосу, второе по отношению к внешнему космосу. Они сочетаются. Дальше в зависимости от того, какая йога какую внутреннюю алхимию запускает. Ну, к примеру, там возьмем пранаяма, там анулома-вилома йоговская. Там, в принципе, работает центральный канал либо задне-срединный канал. Нормально противовеса никакого не будет. Либо, допустим, кундалини-йога. Там точно так же работает задне-срединный канал, идущий вдоль позвоночника. Там тоже никакого противовеса не будет, а все нормально соединится, совместится. Главное просто, чтобы мы выбрали, допустим, какую-то задачу самосовершенствования, понабрали в себе практика. И главное, чтобы вы ваши практики не делали две практики одну и ту же задачу, чтобы вы не тратили время. В некоторые практики они просто выполняют одну и ту же задачу, просто выбираете эффективную. А менее эффективно просто устраняете и оттачиваете себя в более эффективной. Хорошо. Вопрос в эфир от Павла Кокорина из города Киров. В вашей практике целостного развития есть упражнение накопления энергии в упражнении дерева жизни. Известно, что любое накопление концентрации энергии в отдельных местах, например, в Нижнем Царстве, приводит к застою, болоту, что приводит к болезни. Разве не лучше наоборот, открыться всем энергиям? Пожалуйста, поясните ваш принцип накопления энергии. Первое. Энергия, то же самое есть застой энергии, либо движение энергии. То же самое дуально, если говорить дуальными категориями, мы сейчас просто дуальными категориями говорим, чтобы легче ему было понять. Возьмем тогда еще две дуальные категории. Энергия хорошая, энергия плохая. Черная, белая, грубо говоря, энергия. Но на уровне более глубоком и хорошая энергия, и плохая энергия – это тоже энергия. Именно делает ее плохой либо хорошей, застоявшейся либо в движении состояние сознания, вибрационное. И вот обычно человека, для того, чтобы на первом уровне мы используем дерево жизни, кстати, у нас эту практику называли стойка руны дерева. Итак, для того, чтобы человек, который еще не владеет своим сознанием, чтобы через сознание поддерживать динамику энергии, ну, пока месяц еще, допустим, не может эту динамику ясности сознания пребывать постоянно в чистоте присутствия. Для этого существует предварительная практика, которая выполняется перед деревом жизни. Это наш лад живота, который прорабатывает нижнее царство, укрепляет органы, кишечник, омывает костный, спинной, головной мозг. Мы, по сути, это принцип Луны, то есть мы очищаем свой сосуд. Потом становимся дерево, на очищенный сосуд мы уже наливаем воду чистую. И в чистом сосуде чистая вода останется чистой. А если взять сразу с нуля, встать в дерево жизни, то есть в грязный сосуд наливать чистую воду, то это уже, да, бессмысленно. Это вот первая стадия. Должен быть
принцип целостности. Целостность – это не принцип, там практик набрали одно, второе, третье, а от этого еще зависит последовательности. Дыхание, энергия, сознание. Поменяли последовательность, мы можем нарушить принцип цельности. И вот когда там говорят, делай так, это не просто так. Хорошо, когда учитель объясняет, почему именно так. А большинство учителям просто еще ихние учители говорили, делай так, а тем ихние учители делай так, и поломанный телефон. Итак, на начальных этапах человек просто перед деревом жизни, перед накоплением энергии, выполняя технику лада живота, избавляясь от застоя энергии. А потом уже само дерево жизни. На продвинутых уровнях, на первом уровне также эта техника дается. Концентрация спаса, когда человек работает со спектрами. Даже это она как усиливает ясность сознания и как ее вторичный фактор – она устраняет негативные последствия, если мы накопили чрезмерность. И для того, чтобы чрезмерность энергетическая не уходила в осадок и не проявляла застой энергии, она расширяет наш киноварово поле царства жизни. И тем самым все начинает полноценно стоять и сохраняться, как в нашем трансформаторе. Это полностью ответил, да? Я просто жду. Да. Хорошо. Да, да. Хорошо. Так, ладно, дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. В народе говорят, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Ведь в организме жир имеется не зря и используется в самом крайнем случае. Экстренные ситуации, когда нет пищи и у человека есть шанс выжить. Не кажется ли тебе, что вегетарианцы сильно рискуют, оставаясь без жировой прослойки на черный день? Благодарю. Олег из Иркутска. Да, совершенно верно. Рискуют и вегетарианцы, и всееды, и сыроеды, и кто бы то ни был, если они не соблюдают первое правило – мера. Потому что можно и на вегетарианцы себя загубить, и на всеедении себя загубить, и на сыроедении то же самое, можно себя загубить. Должна быть определенная, то, что называется, жировая пластойка, так сказать, чрезмерная. Это как, когда человек употребляет пищу, физическую пищу, она идет процесс пищеварения, она распадается на грубое и тонкое. Грубое идет в остаток, а тонкое начинает питать следующее тело. Эфирное. Это тонкое распадается на свое грубое и тонкое. Грубое тоже идет в осадок, тонкое питает психику. Следующее также, это то, что осталось на уровне психики, распадается на тонкое и грубое. Грубое идет в осадок, это тонкое питается ментал и так далее, распадается до нашего уровня духа. И вот большинство людей, неправильно употребляя пищу, смешивая несовместимое, переедая, это может быть не только на всеедении, это не может быть не только на вегетарианстве, а даже и на сыроедении. Вот человек не соблюдает правила, и тогда у него не происходит деление грубого на тонкого до следующих уровней. И у него происходит либо переизбыток жировой прослойки, он становится тучным, либо недостаток жировой пластотки, он становится мизинцем, как это у нас называется, просто худощавым, так сказать. И вот проблема, когда у человека нет меры, а не из-за того, что он вегетарианец. То же самое проблема у человека на всеедении не потому, что он всеед, а потому, что у него то же самое, нету меры. И проблема не в уровнях питаниях, а в осознанности, которая контролирует меру. Ты знаешь, когда идет разговор по поводу жира, не жир, да, вот хватит ли там жира, хватит, не хватит ли жира, и почему-то все считают, что жир получается только, когда человек употребляет животную пищу, то если так внимательно посмотреть, то природных жиров в несколько раз больше, нежели да, чем совершенно животных. Верно. Совершенно верно. Вегетарианский человек тоже, если грамотно все питается, он получает те же самые элементы, ту же самую там, жировую прослойку из жиров растительного происхождения. Главное – это мера и осознанность в своей культуре питания. 6 правил питания как минимум человек должен соблюдать, чтобы он был в мире. Да, причем жир, который растительный, он в разы более концентрированный, то есть его можно употреблять меньше, нежели чем животное. То, что животное содержит еще кучу много чего другого, с чем приходится организм бороться, а жир растительный, он уже готовый к употреблению, особенно рафинированный, который же там выжатый. Это первое. Во-вторых, я по себе лично заметил, что растительный жир, когда употребляется, он быстрее и расходуется. Вот эти все залежи, которые образуются в теле, они моментально могут также легко выводиться.
А вот животные жиры почему-то, хотя, казалось бы, в тех же самых местах накопление происходит. Принцип накопления вроде бы такой же. И по химическому составу жир, накапливаемый там, на пузике, например, или там, в других местах, такой же. Но почему-то, когда человек питается растительной пищей и растительным жиром, то его личные запасы гораздо быстрее адаптируются, гораздо быстрее расходуются и намного проще расходуются. То есть с утра бывает так, потрогал, о, тут где-то чуть-чуть есть, пошел в поле, поработал, возвращаешься, хобаньки, уже животик плоский, уже тут ничего не осталось. А в то же время, когда человек питался животным жиром, ну, животной пищей, он там пахал-пахал в этом поле, но при этом возвращается, а у него все равно висюльки вот эти остаются. То есть по-другому как-то жир расходуется, хотя в человеке уже жир-то, ну, как казалось бы, одинаковый должен быть, но из разных источников. Это такое мое наблюдение. Ну, давай дальше. Владимир Измакищ. Да. Хотелось бы здесь добавить, что многие, к примеру, переходят на вегетарианство, а обмен веществ не поменяли. Обмен веществ остался на всеедении, а тело питается, стараются питать вегетарианством. И тем самым происходит разлад. Тело требует одно, а ум вроде бы думает правильно питаться так. И тем самым многие вегетарианцы убивают себя изнутри, истощая свои ресурсы. Поэтому прежде чем состояться на каком-либо питании, нужно еще и обмен веществ поменять. Ну, мы уже неоднократно говорили здесь, да и в других эфирах, что всегда первично сознание человека. Если сознание нормально не включено, то все происходит на силовом таком варианте, сила волевой. Но воля без сознания, уже тоже говорилось неоднократно, это пустышка. Вот можно волей себя, волю можно сколько угодно там дрессировать, но происходит в конце концов срыв. А если есть сознание, то тогда подключенная воля творит чудеса. То есть здесь обратный процесс. Сначала сознание, а потом все остальное. То есть сознание определяет, куда вы двигаетесь, для чего, что вам нужно и так далее. А воля подключается, и все инструменты подключаются. Нет сознания, нет человека. Тогда все инструменты, это как груз какой-то висит на нем, а как пользоваться, непонятно. Дальше, Владимир Измытич, вопрос в эфир. Дмитрий, топинамбур кушаете? А если кушаете, как готовите? Топинамбур. Я, кстати, первый раз познакомился с топинамбуром. Это живя на Аркаиме. И это как раз у меня была стадия сыроедения. Да, он меня очень сильно спас. Спас в каком смысле? Я просто насыщался им очень здорово. Это одно из кремниевых продуктов питания. Те, кто переходят на вегетарианство либо на сыроедение, я бы порекомендовал употреблять пищу, активно содержащую кремний. На сегодняшний день из тех, когда я сыроедил, находил максимальные кремниевые продукты, это как раз топинамбур, это крапива, папоротник. Вот, по-моему, и что-то еще у меня было такое по топинамбуру, сейчас уже не помню. А тогда топинамбур рекомендую, конечно, очень здорово. Но как его готовить-то? Топинамбур, кстати, из продуктов, он употребляется сырым. Он не готовится. Нет, его можно приготовить, но я никогда его не готовил. Просто очищается, он может употребляться в сыром виде. Но очень многие, когда переходят на здоровый образ питания, известно даже, что вегетарианство может быть иногда разрушающим. Тут в одном из эфиров мы шутили, и Святорусов сказал, что есть вегетарианство разное. Например, один считает, что вегетарианство – это кока-кола с чипсами. Ну, нормально, да, такой подход к вегетарианству. Вот. Ну, кроме разрушения, вряд ли что-то хорошее это принесет. Так вот, когда человек здравомыслящий пытается перейти на правильное вегетарианство, то в этом случае он меняет некоторые виды продуктов на те, которые более уместны. Вот, к примеру, топинамбур – очень хороший заменитель некоторых продуктов, ну, таких, например, картошка, да, вот картошечки можно поменьше, а топинамбура побольше, к примеру, и некоторые изменения будут происходить. Так что как-то вот так вот. Дальше. Вопрос эфира от Олега Закруска. Народная пословица «без соли невкусно, без хлеба не сытно». Просвети природу этого явления с ведической точки зрения. Благодарю. Так, еще «без соли невкусно, без хлеба не сытно». Не сытно, да. Ну, вообще, что касается вкусов. Все вкусы – это наша психика. Когда человеку не хватает любви, ему захочется сладкого, когда недостаточно воли, ему захочется острого. То же самое, когда человек накопил в себе
чрезмерную слепую благость, улетел в облака, полетал там в облаках, ему захочется горького, потом как компенсировать свой маятник. Человек может быть либо в негативе слепом, либо в слепом позитиве. Негатив, позитив, но цель быть не в негативе, не в позитиве, а в объективе, в осознанности. Но это не хладнокровие, это душевное состояние. Вот мы пошли гулять по маятнику, поэтому все, начинает формироваться психика, а психика формирует вкусовые рецепторы. И вот человек ищет вкусно, чем активнее, вернее, если более грамотно говорить, чем активнее человек ищет вкусы извне, через вкусовые рецепторы, тем больше он раскочегарит свою психику. И наоборот, чем человек более находится в присутствии, в осознанности, тем меньше маятник психики, и тем активнее он контролирует свои вкусовые рецепторы. И по сути, это старое выражение соль, хлеб, когда человек уже перешел и сформировался на стадии ДНК, на уровне, допустим, плотной пищи, тогда да, хлеб кормил, так сказать, хлеб всему голова было выражение. Но мало кто знает, что до этого была не пшеница. У нас как хлеб делают? Пшеницу. Даже сыроеды иногда проращивают пшеницу, а пшеница переходит в клейковину. Это очень опасно. И раньше, когда уже первый делали хлеб, делали клейковину с, ой, клейковину говорю, пшеницу вместе с оболочкой. Вот это вот, которая вокруг нее. Вот благодаря оболочке пшеница после процесса пищеварения переходила в незаменимые аминокислоты. Это уже более древний. А до этого человек питался не столько, сколько пшеница, сколько был амарант. Просто как глубоко мы свои традиции ковыряем и копаем. Это уже более позднее, когда уже человек нарушил свой обмен веществ. Психика нуждалась в вкусовых рецепторах, а питание получало из клейковины. Но здесь надо еще понимать, что некоторые присказки и пословицы, они могут относиться как к очень древним нашим, к нашему бытию, так и такие новодельщики есть. Поэтому Да, да. не любая пословица, не любая мудрость говорит о том, что эта пословица и мудрость пришла к нам из древле. Некоторые появились не так уж и давно. Это тоже надо учитывать. Ну что ж, хорошо, следующий вопрос от Дмитрия из Мордовии. Впервые о волхвах услышал, как, наверное, большинство из Библии. Три волхва принесли дары золото, ладан и смирну, здесь написано, новорожденному сыну человеческому. Какую задачу они тогда выполнили? Так ли это было важно, если об этом упомянули даже последователи такого учения, которое отвергает волхвов? Но сегодня просто как слово изреченное есть ложь. И как одно и то же слово может выразить разные названия, допустим, слово «мир», «состояние без войны», одно значение, слово «мир», там, «вселенная», там, другое значение. То же так же и волхвы. Насколько я знаю, там Библия под волхвами понимает там одних праведников, нежели когда в Спасе. Ну, к примеру, Спасовская, есть, допустим, определенный уровень человека, который находится в стане, ну, так сказать, в состоянии просветления, скажем так, жрец. И у этого жреческого сословия есть несколько родов. Рода, которые поклоняются там одному-то, не поклоняются, это уже неправильно сказать, так как волк, соединенным космос и Земля, там уже нету состояния поклонения, они общаются с родом напрямую, так как они являются родом. Но, тем не менее, на физическом плане они проявляют своих тотемных животных. И есть раньше в Спасе был один из родов жрецов. Ну, жрецов – это позднее название, я просто даже не знаю, как обозначить это вот уровень сословия праведников, святых. И вот один из этих уровней сословия этих святых было с тотемным, самый сильный род, у них был тотемный знак «волк». И вот потом уже пошел Вольф, как Серко, как раз тотемное животное волк, он учился как раз у этого у святых тотемного животного волков. И вот уже от них пошло слово волк. Но это то, насколько осведомлен я. И вот это в Библии имеет других, так сказать, как поломный телем, волк, как, наверное, праведник, как еще там что-то.
Это могло бы, это русская, скажем так, адаптация. Известно, что Библия написана изначально не на русском языке, на русский язык, она перешла, появилась в русском языке уже перейдя через многие другие языки. И поэтому коверкалась там, перековеркалась, записывалась, переписывалась, и поэтому применялись многие понятия, которые русскому человеку как-то должны были понятны. Ну, например, в слове, слово «совесть» изначально в Библии, в любом проявлении Библии, что в Ветхом, что в Новом Завете, отсутствует. Нет такого понятия «совесть». «Совесть» появилась только в русском переводе. До этого там употреблялись другие. Или «благое намерение», или «сердечность», или «добрость», или что-то еще. В зависимости, про какой перевод в данном случае мы говорим. Там, про, если мы говорим про древние какие-то еврейские, то там одно. Если мы говорим про греческие, там другое и так далее. Но слово «совесть» появилось именно с точки зрения русского человека, когда стал делаться перевод на русский язык библейских вот этих всех писаний. А до этого слово «совесть» не употреблялось. То же самое, на мой взгляд, и волхвы. Они появились тогда, когда сделался перевод на русский язык. До этого там применялись некие другие люди, которые пришли вот к этому младенцу. Вполне возможно, это были какие-то звездочеты, вполне возможно, это были какие-то кудесники, может быть, маги и так далее, что угодно. Да, 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 да. Но волхв вот в нашем представлении это все-таки несколько другое. И поэтому здесь возникает противоречие, как правильно задающий вопрос человек здесь написал, что если такое... Если волхвы принесли, то почему тогда учение отвергает волхов? И потому и отвергает волхов, что просто вставили слово, но при этом суть этого слова имела совершенно другое значение в их переводе, в их изначальном контексте. А волхв – это наше, поэтому и противоречие. И вообще, следовать писаниям, в которых очень много противоречий, это опасно. По всем параметрам опасно, так что стоит ли? Ну ладно, дальше следующий вопрос от Данила. Здравия с ведущим. Как целостный, ладный, гармоничный, саморазвивающийся человек должен воспринимать изменения во всех мирах? Благодарю за ответ. Если человек... Интересный вопрос. Если человек целостный, то любое изменение во всех мирах он будет воспринимать, не цепляясь за них. Не цепляясь, не удерживая. Есть самое главное... Входя в состояние стана, человеку необходимо сохранить только два важных правила. Первое – не цепляйся, и второе – если уцепился, не удерживай. Но самое главное – не цепляйся. Ни за какие опыты медитации. Если человек воспринимает еще измерения, значит, он еще не целен, он еще дуален. То есть есть наблюдатель и есть объект наблюдения. В цельности человек уже не разделяет что-то себя от внешнего объекта, либо наоборот внешнего объекта от отдельности от себя. Там уже человек пребывает одновременно, не цепляясь. Как он цепанулся, все, он потерял цельность. Цепляется ум. И вот самое главное – не цепляться и не удерживать. Угу. Это одно из главных таких наставлений, когда мне давал мой учитель, когда занимаюсь подобной практикой. Все правильно ты говоришь, здесь еще надо отметить, что если человек саморазвивающийся, цельный, ладный, гармоничный, как написал Данила, то в этом случае необходимо понимать, он прекрасно осознает, что все проявления, которые в нем присутствуют, они также присутствуют и проявляются во внешнем чем-то, во всех мирах. И в этом случае, если человек саморазвивается, то в этом случае он и сам меняется. Так вот, если человек – это часть мира, в этом случае он осознает, что мир также развивается и также меняется. Ну как может воспринимать человек развивающийся, изменяющийся, изменения и развитие в мире вокруг него? Точно так же, как и в себе. Значит, это должно прийти на пользу, значит, это так и должно быть. Мне кажется, вот так и по-другому никак. Хорошо, вопрос эфира от Руса Вахитова. Дмитрий, я уже давно изучаю трактаты Льва Толстого, и основная идея, которую он нес, это не проявление зла насилием. По сути, Льва Николаевича, Махатма Ганди освободил Индию от колонии англичан. Можно ли назвать практику непротивления как путь волхва, то есть на зло отвечать любовью?
Очень уважаю Льва Толстого, также знаком со многими трудами, с методиками, особенно та методика, которая предназначена для развития детей. В свое время это меня и подтолкнуло на создание направления в центре развития с детьми. Но что касается этого вопроса, как уже говорил, есть путь троичности, семеричности и трансцендентности. Он как раз диктовал путь семеричности. Да, путь души, так называемый. Есть путь тела, либо силы, потом путь, это путь троичности, потом второй путь семеричности. Путь души – это как раз то, что и Толстой подавал. И потом есть путь духа. Это путь трансцендентности. Один из путей, да, путь семеричности очень хороший, который трактовал Лев Толстой. Ну так все-таки на зло отвечать любовью надо или как-то по-другому? Но если человек идет, следует путем семеричности и не может сделать ни шаг ни влево, ни вправо, то это его уровень, да, он может остаться на этом. Если человек находится на более высоком уровне, путь трансцендентности, тогда путь трансцендентности – это цельность, то есть состояние, в котором мы одновременно и весе, труженик, и витязь, защитник, воин, и проявляющий свое воззрение, свою идеологию, и волхв. Вот в трансцендентности мы сразу и вещи, и веси, и витязь, и волхв. В обычном состоянии мы мудрец, грубо говоря, когда надо защитить слабого, либо себя, либо свою семью, мы проявляем своего мудреца. И во-вторых, в-третьих, там вариантах мы просто куем и трудимся своим трудом, чтобы это все обеспечить. И вот это путь цельности, путь трансцендентности. Весь и витязь, волх одновременно. Но на любое действие идет от совести. Если же человек еще на уровне семеричности, то есть он еще не цельный, тогда он, да, только может, допустим, пошла какая-то агрессия на него внешняя, он испытывает эмоции. И вот для того, чтобы не испытывать, он еще не может пребывать в стане, в цельности. Он тогда пытается растворить эту свою ярь, либо свой страх, просто держанием блаженства, держанием любовью. Это гораздо лучше, чем накопить себе, грубо говоря, праведный страх, либо вроде бы сделали хорошо, но столько страха накопили в себе, испугались, столько яри, столько агрессии накопили, вроде бы кого-то защитили, но страх и эмоции накопили. Это уже гораздо будет хуже. Идеальный – это не позволять, так сказать, иметь себя, защитить других, сохраняя чувство любви. Вот как раньше выражение было, наши предки, наши витязи получали духовное самосовершенствование в сече, то есть в бою, когда они врага уничтожали, заботясь от него, чтобы тот сильнее не накормовал, чтобы этот спящий ум еще не загубило активнее тело, просто выпускали душу из спящего ума, из спящего тела. Не в этом воплощении, так в следующем воплощении человек возьмется, может, за ум, а тут просто возможность ему сильнее не накормовать. Вот действие вроде бы с одной стороны ужасное, там взяли, там витязь кого-то там разрубил, но один с агрессией, а другой с заботой от него. Просто на этом же уровне станет человек осознает, что жизнь – это игра, дуальность, это тело второе, тело третье, десятое. Главное, чтобы душу не загубить. Поэтому гораздо легче относились к жизни и к смерти. Ты, мужик, голову так направо не наклоняй, то рубить буду, будет больно, да? Так, с любовью. Вот здесь надо понимать, что такое слово «зло» и что такое слово «любовь». В дуальном нашем представлении, в упрощенном, которое нам навязали, зло – это что-то плохое, это что-то негативное, это что-то отвратительное. А любовь – что такое светлое, с крылышками, без зубков, без зубиков, без кулачков и так далее. Ангелочки прямо. Вот там чертики, здесь ангелочки. Но в настоящем мире, если так разобраться, то вот с этой точки зрения или все зло, или все любовь. Потому что вот по-другому быть не может. Если же мы смотрим по-настоящему этот мир, а не дуально, если мы выходим за рамки дуальности, то мы понимаем, что в мире одинаково проявлено и зло, и любовь. И, по сути, нет того самого зла, о котором нам все время кто-то что-то говорил. Нет той самой чернухи. Это всего лишь проявление чего-либо в нашем сознании, в нашем отношении. И что для одного зло, для другого может быть хорошо, и может быть для другого любовь. Поэтому зло – это нечто сильное, нечто, может быть,
накопленная какая-то энергия, которая требует куда-то передвинуться, что-то переместить, что-то разрушить, трансформировать и так далее. А любовь – это люди богов ведающие. Так вот, если человек ведает волю богов, если он ведает богов и сам желает, и хочет, и вообще становится богом, то в этом случае тогда он по-другому в этом мире себя ведет. Вот это вот надо понимать очень четко. И поэтому противостоять злу вот с точки зрения любви можно и нужно, а противостоять злу с точки зрения обыденного человека, мы переходим в разряд «ты мне, я тебе», и тогда мы сваливаемся в агрессию, и тогда мы на себя набрасываем очень много того, что нам будет мешать по жизни. Вот это все надо очень четко понимать. Поэтому уходите от дуальности и понимайте мир более развернуто, так как это и нам наши предки, наши предки нам завещали. Дальше вопрос от Владимира из Мытищ. Дмитрий, а встречается ли эффект параноедения у животных, насекомых, рыб, растений или грибов? Я только один случай знаю. Вот не знаю, правда это либо нет, просто рассказывал Аджас Мухин, что через какое-то иное количество времени, то есть параноедка, у нее рыбки в аквариуме перестали употреблять пищу. Вот это единственный случай, который знаю. Также случай, который касается нектпрани, знаю, что многие хищники становятся травоядными. Эти примеры я лично видел, лично знаю. Я хочу, Владимир Змытищ, который считает, что параноедение – это одна из форм заболевания, он здесь написал так в чате, так вот сказать, что дело в том, что животное начало, оно несколько отличается от начала человеческого. Человеческое начало – это все-таки совмещение животного, демонического, с высшим нечто. И высшее это нечто, то есть высшее «я», оно должно начать управлять демоническим, должно начать управлять физическим и сознанием, которое в физическом биороботе присутствует. Поэтому просто вот так вот сравнивать, а если это в природе, среди животных, грибов и простейших, наверное, не самый правильный подход к жизни. Потому что мы все-таки отличаемся от тех, кто находится немного ниже нас по уровню некоторого развития. И такой прямолинейный подход, он не совсем верный. Так, ну что, следующий вопрос давай рассмотрим. Там у тебя звуки появились снова. Вопрос в эфире Олега из Иркутска. По мнению некоторых авторитетных людей в области медицины, родинки на теле человека – это проявление его мочевины, отсюда их цвет. Но в русском языке родинки – слово «род», то есть прослеживается глубокий духовный смысл в самом названии. И по моему личному наблюдению, инкрустация родинок на коже похожа по внешнему виду на звездное небо. Отсюда можно ли предположить, что люди с этими знаками имеют определенное, может быть, особое жизненное предназначение? Благодарю. Наше тело – это, по сути, каждая клеточка – это свои энергетические центры, как точки акупунктуры – это нажатие на эти энергетические центры. И самые активные, если у человека собрались там звено каких-то качеств, то они становятся, эти точки на теле, более ярко выраженными. И некоторые мы воспринимаем как вот эти вот сегменты на теле в виде родинок. Да, вполне возможно, что комбинация каких-то узоров, видео, это включение каких-то его, вернее, проявление его накопленных качеств. Алло. Да. Да. Ты ответил, да? Да. Я как-то упоминал в одной из передач, что как-то много лет назад был написан такой рассказ «Хранитель Вселенной». Там как раз вот эта вот теория, она была четко развернута, что у человека было представление некого пространства на его теле, и он отвечал за участок Вселенной. Итак, следующий вопрос эфира. А мы можем сейчас сделать рекламную паузу, буквально там, какая идет ненадолго? Ну сколько, 5 минут хватит? Да, 5 минут. Мне тут нужно поменять место дислокации небольшое. Я понял, хорошо. Ну вот, дождались музыкальной паузы. Итак, 5 минут у тебя в распоряжении есть, меняй дислокацию, а мы наслаждаемся музыкой. Вы слушаете Народное славянское радио.
Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 12 июля 2016 года вторник, по одному из старинных день месяца получения, 11 день месяца получения даров природы, четверг 7524 лета. Мы продолжаем говорить про суть целостного самосовершенствования, путь мага и волхва, в чем разница. Отвечаем на вопросы наших радиослушателей. Отвечает, вернее, как не мы вместе, отвечает в первую очередь Дмитрий Лапшинов, а я как бы так на подхвате, вот песенки включаю и задаю вопросы в эфир. Итак, после перемещения вопрос эфир от Михаила. Если, конечно, Дмитрий знает, то хочется узнать, что он может сказать про город Волхов, находящийся в России, Новгородской и Ленинградской области, ведь название не просто так давали, и доводилось ли бывать там? Алло. Я знаю названием. Раз, слышно меня? Да, тебя слышно. Я знаю несколько городов с таким названием. Однозначно, какие-то, возможно, давались названия еще с глубокой старины, и они имеют суть. А другие названия уже давались. Корней не знаю, как на самом деле было, все происходило, но встречались подобные названия с такими городами. Угу. Ну, если это интересно, я могу краткую такую дать одну из версий, что когда князь Скант вернулся из второго харийского похода, это где-то 3000 лет до новой эры, жрец Один благословил его на переселение родов в европейскую часть материка, когда как раз ледник уже стал отступать на север. Они пошли мимо Урала, вышли на реку Мутную, здесь около чуть озера. Волф, которого звали Моисий, не Моисей, не надо путать отношения, не надо путать вот как раз к Мойше, потому что Моисей – это уже, опять же, русскоязычное Моше или Мойша. Моисея там не было названия такого. Так вот, Моисий. Умер волк, который сопровождал Одина, и в честь него озеро назвали Моиск, а реку назвали Волхом. Ныне река Волхов. То есть река, возле которой умер волк. После этого Сканды пошли дальше на север. Там был построен новый Асгард Свитьодийский, то есть одно из племен свеев, ныне шведов, славянское племя построило новый город богов. Вот как-то там, вот как-то так. Ладно, следующий вопрос разбираем, который поступил от Владимира из Матич. Дмитрий, почему, если крутить мощным магнитом около головы метеозависимого человека, голова у него не болит, а стоит на солнце маленькому протуберанцу пыльнуть, он сразу в лёжку? Ну, человек имеет электромагнитную природу. Если у человека не хватает магнетизма, то магнит может его усилить. А если он переизбыток магнетизма, то магнит начнет ему плохие качества задавать. То есть его электричество будет страдать, магнетизм усилится. И вот когда если нет мира, тогда магнит поможет восполнить магнетизм. Нет, здесь вопрос был в другом, что если на солнце вдруг там протуберанец какой-то пульнет, то в этом случае метеозависимый человек сразу в лёжку. А вот сколько обычно магнитом у головы не крутит, то ничего с ним не происходит. Ну, то задает силу электричества, а этому задает силу магнетизма. То, что называют инь-янь, электричество, магнетизм. Магнетизм стремится уравновешивать нашу природу, а электричество, то есть принцип Солнца, усиливает одно из наших доминирующих аспектов. Возможно, он просто усилил чрезмерно этот механизм. Угу. Мне кажется, здесь надо еще добавить, что магнит, он проявляет себя в определенном спектре излучений или
выстраивание материи или энергии. А Солнце, когда вот такой протуберанец, о котором пишет Михаил, оно все-таки вызывает кучу других последствий во всех проявлениях материи и энергии. И поэтому, скорее всего, не магнитное поле влияет на человека, а нечто другое, где возмущение происходит при солнечном вот этой вспышке или там чем-то еще. Дальше. Ирада, вопрос следующий. Какова конечная цель данных практик? Что в итоге, для чего такие истязания? Вот ты для чего себя истязаешь? Первый вопрос, так сказать. Если человек себе истязает в практиках, то грош цена такой практики. Практика должна давать наслаждение. И в наслаждении человек себя самосовершенствует. Какой же это практика, если человек занимается самоистязанием? Это мазохизм какой-то, да? Конечно, конечно. И вот один человек занимается самосовершенствованием, параллельно наслаждается от этого, чтобы стать здоровее, а другой, чтобы усилить свои способности мозга, интеллекта, памяти. Третий прельщается способностями, ситхам, к примеру, там может питанию, как еще один пример, прельщается этим и занимается практиками, тоже, возможно, в наслаждении достигая этой цели. Кто-то в сторону духовности смотрит. И вот человек занимается практиками. Самое главное, чтобы не истязать себя через силу, пот и кровь, грубо говоря, а в наслаждении. Ну, то есть ты наслаждаешься тем, чем занимаешься. Ну, хорошо. А что в итоге-то? Что ты хочешь получить? Конечная цель – это так называемое состояние сварги, то есть то, что наши предки называли тело света. Угу. Хорошо. Вопрос от Дмитрия из Германии. Интересно, можно ли на праноедине нарастить приличную мышечную массу, чтобы, например, заниматься на высоком уровне силовыми видами спорта, например, бодибилдингом? Благодарю. Энергетическое питание – такое же полноценное питание, как и любое другое. Дальше уже человек какой образ жизни ведет. Если занимается духовностью, тогда вся энергия в это начинает формироваться. Если занимается спортивными показателями, тогда просто его энергетическое питание больше воспроизводит элементов, касаемое, допустим, белкового направления. Это полноценное питание, а дальше все зависит от деятельности, которой человек занимается. Ту таблицу Менделеева он и начинает вырабатывать. Угу. То есть не получает ее в том виде, как она есть, а формирует ее внутри себя. Хорошо. Вопрос эфира от Дмитрия из Германии. Когда выйдет новая книга? Уже ждем. Планируется в сентябре. Угу. А там как получится, да? Так, а чему будет посвящена новая книга? Ну, вообще, что касается старой книги, это, по сути, был черновик. Я когда писал книгу, у меня просто знакомая, ну, давай, поделись хоть, что там наваял, что там написал. И так она разошлась по интернету в этой черновой работе. Книга будет посвящена цельному развитию с позиции тройственности, с позиции семеричности и с позиции трансцендентности. По сути, каждая глава тройственности, семеричности и трансцендентности – это отдельная книга. И вот суть – это увязать все, грамотно скомпоновать, чтобы показать путь целостного развития на уровне тройственности, то есть я и внешний космос, на уровне семеричности имею, я через внутренний космос и на уровне трансцендентности. Угу. Хорошо. Анубис Чернобогов задает следующий вопрос в эфир. Ты часто говоришь о своем общении с учителями. Получается, что их у тебя очень много. Как-то это странно выглядит. Обычно у искателя истины один учитель, хотя сейчас вообще духовных учителей с днем с огнем не сыскать. Некоторые даже здесь в эфире стали говорить, что не могут называть имена учителей, чтобы их не поубивали. Выглядит просто смешно или это просто надувательство слушателей? Так о каких учителях ты говоришь и можешь ли назвать их имена, из каких они традиций? С уважением, Анубис. Да, вот здесь мне тоже некоторые моменты интересны, когда кто-то говорит о великом учителе, но при этом не называет его имя с точки зрения того, что не навредит ли учителю. Если учитель такой сильный, как ему можно навредить, да? Ну ладно, вопрос задан, попробуй на него ответить.
Ну да, просто интересно, а с чего этот человек решил, что когда-то они скрывались? Уже не одно и видео снимали, и создавали и с учителями, и на моем сайте столько видео с каждым практически из учителей, когда приглашали в студию, общались. Я никогда их не скрывал, они практически... Я только одного учителя, так сказать, не то что скрывал, а умалчиваю, но об этом я тоже... Его только обозначал, когда проводил первые свои занятия, имел неаккуратность его представить. Остальных пятерых. Это всем известно. И, по-моему, даже у вас в радио уже обозначали. И повторюсь еще раз, если такое любопытство у человека включено. Первый Шэньжи – это даосский цигун. Второй – дзен, мастер Орион. Третий – Шри Пранажи и Шри Пранараш, два ситха традиции 18 тамильских ситхов. Далее Черников Виктор Михайлович, традиция Спаса, рода Топа. И последний Тензин Ринпочи, это тибетский дзогчен, традиция Ибон. Вот это вот мои основные учителя. Ну, а то, что их много, не противоречит ли это тому, что все-таки у человека, который развивается, искатель истины, должен у него быть один учитель? А истина, по мнению этого человека, должна ограничиваться в чем-то. Там один учитель, два учителя. Моя позиция – это смотреть на путь самосовершенствования, как уже говорил здесь же в эфире. Это объемно, целостно. Для того, чтобы я, допустим, хочу самосовершенствоваться грамотно и твердо. А для этого мне нужно знать варианты. Варианты одни, как на это смотрят даосы, варианты другие, как на это смотрят ситхи, варианты, грубо говоря, третьи, как на это смотрели славяне, и варианты следующие, как на это смотрели тибетская йога. И уже видя общий резонанс, общий знаменатель, какие-то схожие алгоритмы, можно говорить о целой картине в мире. А если человек... И то же самое, как на это смотрит, допустим, наука. Я, допустим, движение энергии, я когда изучал ток движения в эфирных каналах, я параллельно изучал, как движется ток в электрических проводниках. Вот для меня это было всегда важно, то есть видеть суть со всех сторон. Если человек ограничивается чем каким-то одним учителем, это его, конечно, выбор, это его вариант. Знание не зависит от одного либо двух учителей. Знание зависит от человека, который себе ищет и взращивает. Один может у одного учителя ничему не научиться, а другой может у десятерых и точно так же ничему не научиться. И научиться можно, имея там пятерых учителей, либо ни одного. В любом случае все знания всегда будут находиться внутри нас. Внешние учителя – это как инструменты для ума, для логики, чтобы создать какую-то логическую цепь. Как неправильная теория ведет к неправильной практике, но чрезмерная теория, если она чрезмерна, то она может уйти в сторону от опыта. Главное, чтобы это была мера. И вот для ума, для своей логики, я сторонник целостно смотреть на картину, объемно, а не имея один пазл, говорить о всей мозаике в целом. Я с тобой согласен, что в том смысле, что часто бывают такие случаи, когда ученик перерастается в учителя еще при жизни учителя. И тогда, если следовать вот такому подходу, что только один учитель может быть, ну, в этом случае тогда может произойти казус. Кто тогда кого будет уже учить, и что человеку останавливать в своем развитии и не переходить к другому только из-за того, что кто-то сказал, что должен быть один учитель, это первое. Во-вторых, каждый учитель – это живой человек, он имеет свой набор знаний, он имеет свои представления, и он делится своими представлениями, он научает чему-либо человека. И если он рассказал, показал, научил всему, то в этом случае зачем останавливаться, если у ученика есть еще возможность дальше продолжать совершенствоваться, зачем ограничиваться, оставаясь с этим учителем. Надо быть ему благодарным, ты взял от него все, идешь дальше и так далее. Поэтому, на мой взгляд, вот такое ограничение, оно не совсем правильно. Дальше надо же ведь разделять. Есть учитель, есть наставник. Это немножко разные вещи. Да и наставник тоже может меняться в зависимости от того, какие цели в жизни человека меняются в зависимости от его предназначения. В общем, это все очень многогранно, и так все сводить к упрощению, наверное, иногда может даже привести к вредительству в своем развитии. Дальше. Вопрос в эфир от Дмитрия из Германии. Дим, а на каком системе... А, вот так. Дим, а знаком ли ты с системой Бронникова? Только теоретически.
не погружался, вот не зацепило. Я не просто, допустим, логические еще знания, так, тут я, наверное, найду какие-то знания для себя, а я еще слушаю внутренний позыв. Отреагировало ли мое естество на это? Если не отреагировало, либо, значит, оно мне не нужно, либо я еще не готов к нему. И вот как-то на Бронникова не реагировало. Хорошо. Дальше Михаил задает вопрос. Можно ли поподробнее про латку живота? Ты об этом так что-то упомянул, и вот Михаил заинтересовался. Наши предки раньше говорили следующее. Прежде чем встать на путь самосовершенствования, человек должен приобрести качество спины и качество живота. То есть качество спины – это выровнять межпозвоночные диски между собой, то есть 33 богатыря, с ними дядька Черномор, то есть атлант, наш верхний позвоночник, от которого зависит сила шишковидной железы. И живот. Живот – это наши органы и наш котел силы, энергетическое царство жизни. А вот для этого предназначена техника лада живота. Там человек одновременно массирует, массажирует свои внутренние органы, кишечник, нажимает на определенные точки индивидуального каждого органа, который находится под грудной дугой. И параллельно это все находится в дыхательной практике, на задержке дыхания. То есть человек одновременно собирает себе СО2 в момент задержки дыхания. И в момент этой задержки дыхания есть несколько упражнений по массажу органов изнутри, в том числе и кишечника. Аналогичные практики встречаются в разных традициях. Что-то подобное в индийской там называлось, если память не изменяет, по-моему, наули там что-то такое. Но это одно из упражнений. А там в ладе живота там несколько, там комплекс целый для каждого сегмента, каждого органа. Если кому-то интересно, то латка живота или правка живота или сральный массаж, это как раз Захар Белинский, Арират, у нас несколько раз более подробно рассказывал, потому что сегодня все-таки тема у нас не латки, правки живота. Поэтому, если интересует эта тема, то, пожалуйста, посмотрите. Его есть видео в интернете выложено, где он очень подробно рассказывает прямо на примерах, как это лучше делать, куда что нажать, как, с какое время подержать и так далее. Так что вот один из вариантов – это еще и Арирада послушать. Дальше. И Рада. Вопрос в эфир. Какие изменения произошли на уровне физики тела в результате пранаедения? Запах, температура тела, потенциальная энергия или что-то еще? И куда вы ее направляете и для чего? Или можете направить? Когда человек самосовершенствуется, тут, по сути, не переход на прану, а потом эти вещи, а сначала происходит замедление ритма дыхания, замедление ритма сердцебиения, понижение температуры, и уже как следствие увеличивается эфирное состояние. И на пике увеличения эфирного состояния эта прана начинает вытеснять пищу. Вот именно эта последовательность, а не как наоборот. Вы сначала перешли, отказались от питания, праны нету, и такой стрессовый промежуток тела в виде голодания. Хотя кто-то и старается, убивает себя подобными механизмами. Но это тоже опыт для человека. И так, да, физиологические процессы замедляются. Дыхание, сердцебиение замедляется, понижается температура естественная. Что касается куда высвободишься энергия, куда направляется. И как раз и направляется в дальнейшее самосовершенствование, потому что это не предел развития, это только начало. И то это даже не то, что начало, это просто фундамент для самосовершенствования. То есть сознание, дух опирается на энергию, энергия опирается на тело, а тело, в свою очередь, опирается на питание. И вот питание – это лишь в самом низу всего этого дерева находится. То есть опора для взращивания своей цельности тела, души и духа. Хорошо. Я, Гриша, вопрос эфир. Здравия, Дмитрий. Я правильно понял, что возможно зачатие без выброса семени? И вот так мы подходим к беспорочному зачатию. Таких случаев я не знаю, если честно. Что говорилось про поводу сексуальной энергии, это когда человек, да, может не терять семяизвержение, раскручивать сексуальную энергию без потери семяизвержения, но когда необходимо зачать,
ребенка, человек, так сказать, выпускает семя. А про такие случаи я не знаю. Хорошо. Ну, если ты доберешься до того уровня телесного своего развития, о чем говорил, то в этом случае, я думаю, что и до беспорочного зачатия тоже дело дойдет. Будешь так на девушку посмотрел, да, хоп, забеременела. Случилось что-то? Да. Так, ладно, и рада. Вопрос в эфир. А параноиды страдают анорексией или, может, ожирением? Нет. Человек, когда входит, как уже говорил, развивает свое сознание, замедляет физиологические способности тела, дыхание, пульс, сердцебиение, температура, расширение сознания, увеличивается эфирный потенциал, который вытесняет пищу, и человек переходит на энергетическое питание. В этом состоянии его тело имеет принцип золотого сечения, соотношение роста и веса. Если он не имеет этой меры золотого сечения, значит его либо питание праной, внешняя алхимия, то есть он либо выполняет друидские техники, то есть паразитирование на внешнем, либо он не праноед. Либо колбасу чавкает под одеялом, о чем Михаил писал из Мытищ. Ладно, вот еще один Михаил вопрос задает, Михаил из Москвы. Какие рецепты из папоротника Дмитрий может рассказать? Какие рецепты с папоротником? Ну, вот чтобы покушать, ты говорил, что вот хорошо бы еще и папоротник там навернуть. Понял. Ну, мой подход был к питанию. Я достаточно был, возможно, категоричен к питанию в свое время, когда вегетариан, сыроедил, фруктоедил. То есть, я знал 6 правил питания. Одно из правил, которое третье, четвертое, то есть не смешивать несовместимое, то есть разделять белки из углеводы. И вот оно шлифуется до такой степени, то есть до уровня, когда человек употребляет только один вид продукта за раз. И вот я был настолько категоричен, что употреблял не просто один вид продукта за раз, а на протяжении суток один вид продуктов, не смешивал ни с чем. Потом доводил это до недели, на протяжении одной недели один вид продукта, неделя через неделю. То есть папоротник, только папоротник. Ну, папоротник что, как ты его употреблял? Просто срывал стебли и жевал их? Нет. На сыроедении я папоротник уже не употреблял. Не знаю, как он употребляется на вегетарианстве. Он вялится, не знаю, там, тушится. Тогда. Так, дальше вопрос в эфир от Олега из Иркутска. В русском языке слово «худой» – это синоним слова «лихой», «злой». Впоследствии в наше время худыми называют тощих людей, параноеды и жесткие веганы, люди неупитанные. Что это, искаженный новодельный смысл изначального понятия, или тощие люди действительно более несдержанные в поступках, падки на крайности? Благодарю. Ну, вообще, человек, когда у него все нормально происходит, процессы перестройки, то есть для того, чтобы они происходили, мы должны, первое, поднять pH из кислотно-щелочной среды, перевести, второе, поднять свое качество эндокринных органов, то есть желез, гормональный фон поднять, и третье, иметь определенный энергетический потенциал, чтобы совершить быстро перестройку. В противном же случае, если нету чего-то одного из этих трех, тогда человек будет выходить из принципа золотого сечения. Либо тощий, либо тучный. В момент чисток может меняться его структура, пока он не перестроится, и если перестроится. И вот каждая перестройка, это, конечно, удар по психике. И вот обычный человек не имеет принцип золотого сечения, значит, у него не до конца сформирован этот принцип золотого сечения. Значит, чистка продолжается. А если чистка продолжается, значит, она продолжается как в физике, так и в психике. Соответственно, чистка психики – это уже неустойчивость. Где-то раздражение на мелочи, где-то обидеться на пустяки и так далее. Где-то раскочегарка вкусовых рецепторов. И поэтому, да, если человек выпал из золотого сечения, то чистка у него продолжается, еще и продолжается. Органы внутренней секреции тратят колоссальную энергию на поддержание тела, а на гармонизацию психики и ментала практически энергии не остается. И поэтому
Часто встречаются такие, да, моменты, когда человек перешел, допустим, на вегетарианство, либо на сыроедение, а на него посмотришь, ну, настолько злой и агрессивный, что там и на всеедении человек добрее гораздо становится. Тут уже прерогатива психики – это уже более высокое, нежели питание. А питание это лишь косвенно на это влияет. Я хочу только еще маленькую правочку внести для Олега, что, ну, вообще для всех нас, что слово «худо», «лихо» и «зло» они не были синонимами изначально. Это разные все-таки понятия, представления и образы. Так, дальше. Самара задает вопрос эфир. Дмитрий, вы вышли на уровень трансцендентности? Если да, то в чем это проявлялось у вас лично? А нет, я не вышел на уровень трансцендентности. Именно поэтому я и продолжаю заниматься практиками. Ясно. Вопрос эфира от Виктора Леонидовича. Дмитрий, наверное, у людей разные понятия о наслаждении и истязании. Для кого-то есть мясо наслаждение, для кого-то нормальных людей это истязание. А для нормальных людей это истязание. Как думаешь, чтобы говорить об на одном языке, сначала надо с понятиями определиться? Просто здесь идет непонимание процессов. Есть психические наслаждения, когда человека не душой лелеет и тяготится, а психика больше у него там сформирована, недостатки внутренних качеств проявляются во внешние рецепторы. И вот такие вещи уже, такие люди наслаждаются от психики. И вот одни люди наслаждаются душою, от души, а другие от психики. То есть наслаждаются и те, и другие, слово наслаждение присутствует. Но откуда оно берется, то есть если посмотреть вглубь, то это уже совершенно разные процессы. И вот мы обычно смотрим поверхностью айсберга. Так, тут вроде бы этот наслаждается, и тот вроде бы наслаждается. Но человек в глубину не смотрит. Один психически у него идет наслаждение чрезмерно. А другой от души, когда у него сгармонизировано, он никогда эту меру не переступится. Тут еще вот это вот состояние, душевность либо психика, есть чувства, а есть эмоции. Эмоции – это как раз раскочегаривание психики, а у души только чувства. Хорошо, ну и в заключение, все уже мы все вопросы разобрали, вот Анубис Чернобога в дополнение к вопросу духовному учителю написал, если так подходить к учителям, то тогда, конечно, у каждого из нас было множество учителей. Учитель математики, учитель биологии, рисования, учитель по шахматам и так далее. Аз же спрашивал об учителе, который ведет ученика к пробуждению. Иметь сразу много таких учителей профанация понятия духовного учителя. Тем более, что Дима говорит, что постоянно с ними, со всеми общается. А откуда Дима знает столько языков? И как вообще Дима к ним ездит? Постоянно летает в гости? Садится на ковер, смотрит, на ковре вертолете и полетел. Ну да, у человека, у учителей, так, вышел человек на улицу, там, у птиц научился свободе, там, у дерева научился твердости. Только неосознанный не может учиться, а осознанный может учиться даже у ребенка. Учителей постоянно, все учителя, и совершенно верно, и все духовные учителя, один может научиться там духовности у дерева, а другой может у духовного гуру и ничему не научиться. Тут глубина человека зависит. И поэтому профанация только в уме человека, как он настроил себе шаблоны. Так, такие-то учителя духовные, такие-то учителя религиозные, философы, другие там просто ни о чем, школьные преподаватели. Это просто человек держит себе шаблон, какой учитель должен быть каким. А учитель даже, может быть, начал с математики, а потом раз развернул там картину. Вот, допустим, учитель по термодинамике, к примеру, когда я занимался. Вот благодаря знанию принципов электрического проводника, как энергия порождает звук поля, а поле проявляет форма, это мне, кстати, помогло очень сильно в духовности. Как дух проявляет в движении внимание душу, а душа проявляет формы, то есть тела. И по сути, вроде бы физический школьный предмет, а так разворачивается, накладывается наука на духовности. И тут как посмотреть, это все шаблоны человека. А что касается языков, я знаю только один язык, русский, и то, грубо говоря, тот фонемный русский, который мы изучаем со школьной скамьи, я знаю далеко не в совершенстве. Как общаемся? Общаемся с переводчиками. Ну что ж, все вопросы мы зачитали. Надеюсь, что дали исчерпывающие ответы. Здесь, наверное,
не следует нам как-то опять в дуальность уходить, или да, или нет, вот что касаемо вообще всех вопросов, которые здесь прозвучали, в частности, от Анубиса. Если человеку достаточно одного учителя, и он видит это так, ну и отлично, и хорошо, значит, так и должно быть в его жизни. Если кому-то необходимо в этой жизни пройти несколько стадий ученичества, отсюда, вот сюда, отсюда, вот сюда и так далее, то в этом случае, скорее всего, ограничиваться одним учителем он не станет, потому что пробуждение в чем-то малом влечет за собой пробуждение в чем-то большом. Где гарантия того, что учитель, который сумел пробудить изначальное что-то, сможет пробудить что-то дальше высокое? Поэтому вполне возможно, что одно пробуждение повлечет за собой поиск или приход нового учителя для пробуждения в более чем-то значимом и так далее и тому подобное. А кто-то ограничится одним. Да я знаю много людей, которые вообще ничему не учатся и считают себя счастливыми, довольными людьми. И они вообще не запариваются по этому вопросу, сколько там нужно учителей. Да нисколько, живет он и живет. Так что не будем на этом ломать копья. Я думаю, что для каждого свое. Ну что ж, тему давай сегодняшнюю будем закруглять. Суть целостного самосовершенствования, путь мага и волхва. В чем разница? И, наверное, в заключение надо что-то доброе, хорошее рассказать нашим радиослушателям от себя. Хотелось бы сказать, что относиться к самосовершенствованию надо гораздо проще. Первое, это, как уже говорил в начале, это как раз хотела я сейчас и сказать, что не нужно врать себе. Второе, быть более счастливым, больше улыбаться, то есть третий фундамент – жизнерадостность с осанкой. И выкинуть из головы все шаблоны, что как должно быть. Должно быть так, как идет, и как мы можем насладиться от этого, и как мы можем стать лучше, опираясь на какое-то качество, которое к нам идет. И все гораздо проще, чем человек думает, а своими думами мы можем только усложнять. И поэтому желаю всем счастья, радости, больше улыбайтесь. И всех благ вам. Благодарю тебя за столь интересное участие в эфире, за столь интересный эфир с твоим участием. Всегда радует твой приход, да, почаще будем встречаться по возможности, как мы уже до этого с тобой договаривались. И мне остается только напомнить, что сегодня у нас 12 июля 2016 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 11-й день месяца получения даров природы, 7524-го лета, четверик. Мы говорили про суть целостного самосовершенствования, путь мага и волхва, в чем разница, главный ведущий Дмитрий Лапшинов. От себя в заключение, конечно, можно много было бы чего сказать, но как-то вот не хочется снимать осадок от того, что вот у нас здесь в эфире накопилось такой вот груз. Ну, наверное, в очередной раз призову. Друзья мои, целостное самосовершенствование – это как раз суть развития и цель развития любого человека. Поэтому, если вы еще не поняли, кто вы, для чего вы здесь – и как вам надо действовать, то в этом случае вряд ли вы будете цельным и вряд ли вы будете совершенствоваться. А путь волхва или маг, какой вам выбрать, да, вот разницу Дмитрий очень хорошо мне, кажется, здесь рассказал, раскрыл свою точку зрения, это каждому решать самому. Хотите воздействовать силово, бороться с этим миром, прогибать его под себя, ну, в этом случае вы должны знать, что мир вас породил, он, по сути, имеет право вас грохнуть. Если же вы волх, ведущий человек, то вы развиваетесь в этом мире в гармонии, находясь с этим миром. То есть вы не нарушаете течение того, что в нем происходит в этом мире, течение всех процессов, и при этом становитесь более сильнее и в конечном итоге, в общем-то, целостным, самосовершенным, вернее, совершенным человеком. Вот на этом и заканчиваю эфир. Желаю вам целостности, самосовершенствования, стать совершенным и выбрать, наконец-то, свой путь. Желаю всем всего самого-самого доброго. До новых встреч. С вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.